Чат есть? Контакт. Простите, чат. Что? Привет. У меня вылетает приложение, я сейчас перезагрузила телефон. Я не знаю почему. Ну, если что, будем так перезапускать много раз. Сорян. Чё я... Это Киевстар. Блядь. Есть стрим? Нажми. Да, блядь. Всё, всё. У меня уведомление вылетело просто. Украинская. Вот, короче, если что, будем просто перезагружать стрим. Надеюсь, что вы не сильно, тоже вам не сложно перезагрузить стримы. Вот. Да, сорян. Потому что бывает всякое. Главное, сильно не наесться, борщ, вареники. Я люблю поесть и поспать. А где вы гуляете? Иван Николаевич. Я тоже, когда много поем, хочу спать. Слушай, у нас много общего, ты знаешь? Да. Типа мы можем похавать, поспать. Сладок. Получается так. Поехать по домам. Не-не-не-не-не, по домам рано еще. Где мои вареники? Ты готовить умеешь? Да. Что умеешь готовить? Все, много чего умею. Кроме мучного, выпечку. Ты дома готовишь, да? Себе? Нет, раньше я очень много готовила, прям очень. Я вкусная, прям, я... Ты вкусная? Шарю. Сказала, я вкусная? Я вкусная готовлю. А, это хорошо. Я, кстати, вкусная. Можешь понюхать, кстати, меня? Я ничего не чую, чуть-чуть. Что-то такое непонятное. Витя, привет. Привет, Витя! Привет, Витя! Вот так надо с девочками развлекаться, а то ты там... О, что это? Мои духи. Дай понюхаю. Они очень дорогие. Сколько стоит? Какой лис? Ну, такая вот пиндюк. Ну, не очень дорогие, но нормальные сейчас. Их ничуть. Смач. Ну, это такие духи, они типа раскрываются не сразу. Через год. Через год. Через да. два. Через Сколько два. Стоит? В рублях 4000. Это, по-твоему, дорогие. Ну, такая писюшка, да. Нормально. А что? Ну давай, Луи Виттон, сколько стоит? Давай. Ну, у тебя большой флакон. Да. Если большой флакон, то они тоже только я стоят. Да, он много стоит. 10 000 гривен. Это 25 рублей. Ну, нормально. Мне его хватит на очень долго, типа. Я никогда духов себе не покупал просто. Злой был и реально украинский. Так она не будет разуметь, что я разговариваю. А давай ты со мной лагает? Не, не лагает, записи, все нормально. Давай ты со мной на украинском, а я с тобой на русском. Давай, тільки я тебе буду разуметь, а ты на них. Нет, давай ты со мной на украинском. Давай. А я с тобой на английском. А ты разумеешь английский дуже хорошо? Yes. Да, yes. Зрозуміло. Yes, of course, baby. Окей, не переживай. Зараз нам принесуть вареники, будемо трапезу їсти. Ти за сметану любиш, чи що? Да. Ти цукор кидала собі в боку? Ти без цукру? Ні, но. Це діалог буде yes, no, yes. Лілі кринжа. Знаєте, да. Окей, будем разговаривати так. Може, ти чомусь навчишся і приїдеш в Москву, будеш своїм хлопцям, дівчатам розказувати подружкам. Там був у мене такий файний друг злий, який навчив мене українській мові. Злий, я тебе хочу. Вітя, я б теж би тебе хотів. Так от Вітя, привіт, Вітя, я би твій спасательний кружок і язичком би отак пройшовся по ньому грязно, блядь. Да. Использував як батут, би попри да. грязно, їбать. Вітя, ми з тобою би зробили вікенд. Ну, Витя, я, кстати, про себя рассказывала сейчас злому. Сказала, да, говорила, что ты такой долбоёб. Просто на пассиве сидит. Я к нему так, а он чисто на АФК. Чем я в ахуе, Витя, как она может такое говорить. Пиздец. Это шутка, Витя, не обижайся. Да. Она так не говорила. А как вам стрим с Витей и Строга? Или с Караваем в этом? Бля, тебе не кажется, что Каравай и Витя похожи? Как-то чем-то у них такое не, что-то не, есть. Не похож. Не, Каравай скорее с Марком Гуакамоле, а Витя они.
купить другой. Ну, вы там такую грязюку делали. Да, мы там такую грязюку делали. Давай ты со мной на украинском. Давай, я все пойму. Я ничего не понимаю, но я попытаюсь. Так, ты разумеешь, что мне... Ну, надо что-то говорить, чтобы ты... Ну, чтобы у нас была мова якась. Тебе дуже великі очі, ти знаєш? Да, спасибо. Такі очі? Да, все. Глаза. Well done. Молодець. Ну, це логічно. Ну, зараз, боже, мені треба вспомнити український, просто я не сильно розмовляю. Я взагалі на службі говорю отак. Я ще стараюсь говорити на чистій українській. Я на чистій українській не вмію говорити. Ми просто з центру України, де базарять тільки на сушку. Тобі щось нема чистої української. Бо я був за Львова, як Рома, я можу щось говорити на чистому. Я дуже швидко говорю, коли на сушку, тому що це дуже просто для мене. Русський чуть-чуть, ну, такий сложноватий, в тому плані, що якби я з самого початку вчив, може я більше слів знаю. Але на русському я спілкуюсь намного більше, ніж на сушку. Тому що з сушком тільки з родаками говорю. Понятно. Куда ты девочка? Я так по чатику соскучилась. Не могу долго не стримить. Хочется, знаешь, я как будто... Я когда смотрю на чатик, я вот как будто смотрю прямо на них. Вот так, типа. Пишет Симпл сзади. Нема его, это хлопцы. Он не знает, где мы. Я ее украл. Хай шукает ветра в поле. Да не, Симпл никуда не зовет, не пишет, что он будет. Да. Саня, как ты? Люблю рыжий цвет волос. Да, тебе нравятся рыжие? Я дуже давно любил одну девку свого села, она была рыжая. Чем может не по-русски все-таки говорю? Да, по-русски. По-русски. Когда ты любил девчонку с своего села, она рыжая такая была, бестия, она была маленькая. Натуральная? Нет. Но, блядь. Она, у нее такой характер, знаешь, жесткий. Вот. И я боялся с ней даже говорить. Я настолько сильно ее любил, но это не, я не страдал, не плакал за ней. Просто мне было очень приятно, когда мы сидели вместе, даже вот так. Типа. А вот так близко я ничего с ней никогда не сделал. Неловко. А что тебе неловко? Тебе неловко то, что я рядом с тобой сижу близко? Ты? Да. Нет, я про нее. Мне все ловко, я себя очень хорошо чувствую. Как бы, понимаешь? Мне неловко было тогда, потому что я даже боялся говорить, она мне что-то говорила, и я такой... И я помню, я ей говорил, что она мне нравится, и потом мне друзья отвлекли, потому что они начали пиздиться в деревне за бутылку пива, и что там, что-то начало. Я с ней так и не договорил, она ушла, я не говорю. А знаешь, что самое смешное было? Я уже заебался как бы год терпеть, ну серьезно, я хочу уже признаться в чувствах. Я не знал, что делать. Я говорю пацанам, я сейчас напишу в Ask. Ask, ты, может, знаешь, что это? Да, знаю. Типа анонимные вопросы. Я всегда в анонимных вопросах писал, она говорит, я знаю, что это ты, блядь, ты мне пишешь. Может, как-то подозревала или как? Опа, ну как физничество. Это борщ? Грустная история. Это борщ, да? Да, это еще не борщики, я сейчас варенички принесу. Спасибо большое. Все приятно. И мне кем-то говорят, покупай баунти. Не баунти, а Рафаэл и цветы. Она говорит, я узнал, какие она любит цветы. Говорит, ромашки. Какие, сука, ромашки, блядь? В декабре месяце, блядь. Где я высуну, что ли? Они же не растут. Или растут? Не растут. Я купил какие-то троянки. Что-то купил тоже беленькие такие, гладиолусы. Не помню, как называются. С кентами пришел. Это мне кент такой совет дал. Говорит, даришь это все дерьмо ей и уходи просто. Просто уходи. Если напишет, значит нравишься. Если не напишет, ничего не будет. Я стою как долбоёб с этой всей хуйнёй, вот так цветы, мои кенты залетают, стучат, говорят, выходи там, грязюка стоит, ну типа надо выйти. Она выходит и говорит, Юля, это тебе. Я меня трясёт, я курю сигареты, я курю. Свой, быстрей. Да надо, бля. Там было на украинском. Я не успел. Можешь еще раз закинуть, пожалуйста, 200 гривен, чтобы я перевел? А? Что, Саня есть? Нет, там на донат был на украинском. Вот видишь, какое классное модное кафе? Надо Дианочке написать спасибо, что она привела нас, показала нам. Это сказала. Место? Да. Прикольно, мне нравится я здесь. Я тебе так скажу. Ну, тут уютно, да, не спорю, но... Подача какая классная. Чатик, вон, смотрите, подачу. Хочешь ложечку борща? Да, можно давай. Будет? Давай. Нагибайся. Буду кормить. С борща? Ну, давай, ладно. Вообще-то надо начинать завтрак с редкого. Это как понять? Редке. Как будет по-русски редке? Наебайся поближе чуть-чуть.
Ой, подожди, а он не очень горячий, чтобы не обжечься. Нормально. Что? Он не горячий. Жидкой. С картошкой, да? Мне руки от рука трясется. Ну повыше. А, все, вареники принесли. Поговори. О, это с чем красные такие? С форелью. С кем? С форелью. Ага. А у меня тоже вареники там? У вас тоже варенички. Сковородки, да? Ой, спасибо большое. А сметану можно к ним? Я не сейчас. Давайте. Привет. Спасибо большое. Это мои вареники. А где мои вареники? А вот вареники злого. Это... Кушать будем? Давай. Что такое? Глотать надо было. Ардур! Извини. Что такое? Он не вкусный был? Все. Что такое? Да все. Бля, ебань, я красный. Это я засмущался? Это я красный? Я красный? Отстань, все, я ем. Приятного аппетита. Спасибо. Чат, приятного аппетита. Ты же хотела кринжа? Ну да. Своими это какой-то красный соус какой-то. Это... А, у меня уже есть сметана. Да нет, нормально. Как будет, спасибо. Смачно? Может, еще борща? Нет. Я не люблю борщ. А готовить умеешь борщ? Да. Я раз с семьями готовила борщ. Очень классно. Очень вкусный был. Я бы отведал твоего борща. Принято. Приедешь в Москву, сделаю. Прибудьте. ПП у злоба. Послушайте. Мне приехала ПП. Я сегодня скушал. Первое – это овсянку. Второе – это желе с апельсином. Без сахара. Если я сейчас поем, я не буду кушать целый день. Я вычту своего рациона 3 блюда. Это на целый день. Я больше кушать не буду. Не надо просто 1500 калорий. Пиздец. Я могу ее оставить одну, чтобы она накушала. Так некрасиво вообще. А что такое? Вот ты ешь правильную еду. Просто сжигают и все. Самые сильные мои нагрузки физические, это когда я врачу и все, я ничего не делаю. Плюс в чат, если у кого самые сильные физические нагрузки, это дрочка. Ебать плюсов. Чат, ну, что я могу хочешь сказать? Хочешь мой вареник? Хочу твой вареник. А ты хочешь мой вареник? С удовольствием. А в соус махни мне его. Сухой не нравится, посмотри. Вкусный вареник. Я лучше вареника в жизни не ел. Я тоже. Это хрен. Соус с хреном. Так он мягкий. Мне свои больше нравятся. Вкусно. Бери еще. Я просто не съем. Мы трапезники. Кушаем.
вкусно. Хочешь попробовать? Она тебе мучное не ест, да? Угу. А что, Вадя в чате? Привет, Вадя. А мы тут со злым. Да, Вадя. Соси. Пососи. У-у-у-у. Да, я богатый уёбок. Бери варенье. Нет, я свои сначала доем. А, и все, я наелась. Жожа в чате. Привет, Жожа. Как у тебя дела? Вот так, Жорик, пока ты там сидишь... Пока ты там сидишь в своем... Где? В Армамире. В Армамире. В Армамире. Тут с Ариной отдыхаем нормально, понял? Блядь, надо было раньше в Москву ехать. Давай, блядь, Жорик, нахуй. Удачный тебе кока-кольный хуан, там пари рури, пари ма, пари ран. Слышишь, Зоя, знаешь что? Жожа приехал в Москву два раза, и два раза со мной даже не встретился. Даже не написал мне. Ну, может, только с подставкой нужно, да? Да. Спасибо. Спасибо, очень вкусно. Можно счет карты? Конечно. Армамир. Армамир? А, знаешь, как правильно на самом деле? Как? Армамир. Я иду сам. Ребят, мне в Киеве очень нравится. Я даже, если честно, жалею о том, что я улетаю уже в субботу рано, и мне настолько здесь классно и комфортно, вообще комфортно. Балдёж. Так что буду плакать, когда буду улетать. Не плачь. Не плакай. Бери вареник. Не наелась. Наташа, не знаю, ребят, где, если честно. Вот, я она слышу, сама по себе, я сама по себе. Хорошо. Сейчас. Вот, да. Хорошо тут. Очень. Что? Что, Вадя? Не успел прочитать. Ну, это, кстати, ПП. Ребят, ПП, это, в принципе, есть ПП. ПП. Главное, чтобы похудеть, надо сжигать калории. Я тебе объясню. Им очень интересна моя жизнь. Вот смотри. Рома очень сильно заботится, о чем я ем. Всегда про ПП, что. Ваде интересны мои истории, понимаешь? Браузером. Еще Ваде интересно, что я тоже кушаю, как я говорю. Уёбище. Ты что-то ебаться решил, что ли? Ну, они твои друзья настоящие, они тебя заботятся. Да, я люблю их. Я люблю Вадима. Если бы он остался единственной женщиной на земле, я бы ему помог. Но он мужчина. Да похуй, там тоже нормально все будет. Согласна. Если бы Вадим был единственной женщиной на земле, тоже было бы все нормально. В Украине офигенно. Ты остался не хочешь еще? Что? Недельку. На недельку, Злой, ты че? Ну у меня билет уже куплен. Я думаю, что он безвозвратный, если честно. В смысле? Давай тебе на обратную сторону на другой билет. Ну нет, Давай. Злой, да нет. Ты останешься, еще почилишь. Нет. Почему? Нет. Ну, чё? А, так дело не в билете, да? Нет, в билете и в том, что надо домой возвращаться, стримить. А если на корону закроют? Ты вернешься все равно? Не факт. Ты гражданин Российской Федерации. Тебя впустят 100%. Поверь мне. Не знаю. Я боюсь. Я... Это слишком долго. Я вам уже успею всем надоесть.
вы захотите почилить, отдохнуть, постримить, а я буду вас напрягать. Бля, Арина, давай не рассказывай, давай не рассказывай. Что у тебя с собой есть? Что ты взяла с собой? Да нет, ой, нет. Ну какая неделя? Нет, если билеты возвратные, максимум я бы их взяла просто не на субботу, а на понедельник, например, чтобы подольше побыть хотя бы на пару дней, потому что осталось все, два дня. Два дня, чат, два дня. Я вообще... А Вадим не может до тебя дозвониться. Он мне и не звонил ни разу. А, ну это может копипаста в чате, не знаю. Он мне не звонил. Так чат, а я не знаю, но билеты, скорее всего, невозвратные. Вы знаете, сколько билеты стоят? Лучше вам не знать. Да не надо, все, нет. Если останусь, то сама куплю и верну, и все такое. Так. Знаешь пословицу? Какая? Дают, бери. Дают, бери. Знаешь, что такое? Ты понимаешь, что так хотя бы я въебу 50 тысяч, а так мы въебем 100 тысяч, получается. Просто от пару дней. Злой. Все. А деньги зачем нужны? Чтобы их тратить? Согласна. Но не на других же людей, с которыми ты мало знаком. Блять, я не вижу, если у меня есть желание, я его делаю. Типа, не вижу вообще причины, проблем не вижу. Видишь, хочешь, делай, блядь. Смысл что-то, блядь. Ладно, ладно, потом поговорим, потом. Вот так, всё. Блядь, типы, блядь. Вот тут. Я просто очень настойчивый парень. Понимаешь? Опа, жвачка. Поедем сейчас? Поехали. Будем целоваться? Возможно. Ну да, минимум чистое дыхание, приятно себе. Короче, едем, куда я хотел тебя изначально завести. Поехали. Да? Да. Сидим здесь, просто вызову такси сюда. Если честно, злой, я боюсь, куда ты меня можешь завести. Надеюсь, что все в рамках экскурсии по Киеву. Да, Вадим. Да, Вадим. Привет, Вадим. Мы сейчас, не знаю, может, часа полтора. Мы еще сейчас поедем на родину мать, там погуляем, хочу показать и Киев, но и не знаю что. Так подъезжай к нам. На родину мать подъезжай. Блять, мы и на стриме сейчас туда поедем, алё, блять. Как я буду показывать? Вадим, давай не рассказывай. Ждем тебя, давай. Он приедет? Да. А он один? Не знаю. Я не интересовался. С Машей будет? Ну да. Не дадут нам вместе побыть. Блять, назови его. На самом деле, да, я так хотела, Зоя, с тобой побыть вдвоем. Но мы уже побыли, конечно, с тобой пообщались, поболтали. Да, ну Вадим. Не видит, ничего не видит. Глупый. Ну ладно. Потерпи. Буду терпеть. Нам недолго. Я хотел там включить романтическую музыку, романтику, по ируре, по рирам, резюка. Понимаете? Я не ухожу. А, уходи, да? Я, кстати, даже как-то проснулась после завтрака. Не ловко. Не ловко. Не, у меня вообще такого нет. У меня, знаешь, у меня отсутствует
вообще вот неловкость какая-то. Ну, нет, стеснение это не другое. Когда типа пишут, вот неловко, типа, или там как-то мы сидим. Ну, мне вообще супер комфортно, класс. А тебе? Мне тоже. Класс. Мне без одежды еще комфортно. Можно я раздену? Давай. Ты сам предложил, Артур. Бля, знаю, я действительно, ну, то, что она так сказала, это действительно правда. Пойдем? Пошли. Минута. Пойдем, чат. Ничего не забыла? Не-а. Пошлите, чатик. Чатик не забыла, это самое главное. Все остальное. Ну, паспорта, ну, я без паспортов. А вот этот iPhone чип! Спасибо. До свидания. Ой, мне понравилось. Вот Дианочка, ну не Рис, а другая Дианочка, она прям знает, что мне может понравиться, комфортненько. Так, чат, ну я не знаю, куда мы, наверное, в такси. Чатик, зацените мои Джорданы. Я знаю. Ой, ну, я пока Джорданы хотела показать. Балдежные? Для поводка вообще amazing, еще. Да, 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 согласен. Боялся, дождь будет. Так, ща. Личный охранник просто. Хорошо смотримся, кстати. Согласна. Кольца только на правой руке не попали. Чего, блядь? Чё? Как это? Это ж правая рука. И что, какая разница? Ну, там можно носить, неважно. Почему не нет? Успел ты. Не, ну это ни о чем абсолютно не говорит. Согласен. Второе можно ковер надеть просто. Все нормально будет. Прав, ну да. Жалко, у меня не 11 айфон, но скоро выходит новый айфон. Ты тоже возьмешь? Да, я беру, конечно, это у меня же десятка. Вот. Так что чатик, скидывайтесь, налево, так сказать, на iPhone няне, если хотите лучше телефон. Привет, ребята, извините, можно сфоткаться? Привет. Давай. Да, можно. Давай. Не толкни, давай. Ебать, классная кофта. Посвет мою. Арин? Да. Подожди, я не готова. Давай, Нэк. Вы молодцы, уже с телефонами фотки включили, ты не болеешь, да? Короной? Да. Нет. Мы вас искали. Короной болеет кто? Нет. Блядь, зря. Типа, что видит бля, да? Привет. Все? А теперь чек не чат, там просто разрыв. А вы застрим снайпили нас, да? Да. Молодцы. Мы нашли рестик, нашли. Арина показывала, и мы нашли барвы. Я понял, по этой снизу надписи я только хотел об этом сказать. Все, ребят, мы пойдем, у нас такси просто. Спасибо. Пока, пожалуйста. Киевские. Кенты. Кенты. Кентол. Пока. Спасибо и вам. Так, Артур, я боюсь. Переходим. Переходим с Артуром дорогу. Переходим с Артуром дорогу. Со мной всегда спокойно. У меня руки чувствительные очень. Да, у меня есть грудь. Я знаю. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. А далеко ехать? Что? Ну, ехать. Нет. Сколько? 10 минут. Добро пожаловать в фейк-такси. Ну давай, фейкуй. Блин, у меня такое хорошее настроение. Тур, у меня офигенное настроение. Это же хорошо. Да. Да. Пару кентов. Привет, типы. Вот так вот. Я там говорила, что я неудачник, а? Вы правы. Шутка.
Кстати, перезагрузка-то помогла телефону. Да. О боже, как же у тебя прекрасно солнце падает. Ты прям актриса какая-то. Где вы снимались? Ужасно. Где вы снимались, Арина? Ну, Артур, ты как будто не знаешь, где я снималась. Ты там вроде проверял по истории браузера. Это шутка, если что, не снималась. Это просто рекомендации. Нормально. Ну, как будто нормально. Рекомендации они сами на себя типа тыкают, да, получается? Ну, человеческий интерес, что тут такого? Это ничего-то зазорного нет. Да, согласна. Ну, если бы я искал в Гугле специально, допустим, то, типа, это да, совсем другое. Не снимай меня так. Почему? Близко. Ну, я не знаю, что там страшно. Там снимай красиво. Себя. Себя снимать? Можешь просто камеру сесть поближе и камеру вот так. Поближе. Ты что пишет? Ахаха. Я тебя люблю, Арина. Ахаха. Ролик на 30к это очень долго. Они хотят, чтобы я снял с тобой ролик, потому что ты потратишь 30к рублей. Да не надо. Это очень долго. Я думаю, что мы снимем ролик, как Артур тратит 30к на билет Аринян. Шутка. Артурчик, шутка. Шутка. Здесь а есть. А я не шутил. Здесь есть. Моя очередь. Не, блин, я думал, так и работает. Щит, ребят. Да ты шо, резинка. Боже, откуда свет? Ну, занижен, пропустите. О, слушай, он машина куда едет, оно и сам уезжает. Чатик, не уезжайте, подождите нас. Сделаем вам мини-экскурсию к Киеву. Стой, пора делать видос. Арина тратит что? Понесло? Что-то? Что? А что? Я не понимаю, насколько быстро летит. Я очень не отстал. Сейчас завезу тебя в красивое очень место. Очень. Яныч написал, что там делать нечего. На родине мать. Со мной всегда есть что делать. Золотые слова. Главное не место, главное люди. Да. Ну прям у нас нету такого, прям, ну как это понять, ничего делать? Ну что там, прийти туда на турники, там поотжиматься, что да, ли, блядь, да, пресс покачать? Согласна. Там надо обязательно что-то делать? Да. Почему бы просто не наслаждаться тем, что есть сейчас? Что там есть? Красиво, красота, вот кайф. А кайф. Ну? Как же она смотрела грязно, да? Правильно. Если честно, ну типа у нас нет таких мест, чтобы прям надо что-то делать. Ну прям что-то. Вот если бы мы в Варшаву полетели, там самокаты, там по всему городу дорожки самокатные. Mm-hmm. Я один раз был в Варшаве, когда первый раз, и целый день катался на самокатах по этим дорожкам. А потом мы пошли в казино, mm-hmm. выиграли там ну, кучу денег. Ну, я сказал, что эти деньги надо потратить, потому что они легкие. Mm-hmm. Мы пьяные поехали в самый лучший ресторан на самокатах, купили там все, что хотели, купили еще 3 куска мяса огромных. И нам не было что делать, мы решили этих 3 куска... А у вас есть казино здесь? Не, это в Варшаве. Mm-hmm. У нас легализировано, кстати. И мы эти 3 куска мяса, как раз нас подписчик нашел, дали подписчику 3 куска мяса, посадили его на такси и сняли ролик, кто быстрее доедет. Он с кусками мяса до отеля или мы на самокаты. Ты бы видела, как мы ехали, блядь, по дороге на красный. Очень классно. Осуждаю. Это самокаты, на красный типа для... Ладно, ну красный... Красная луна была просто. Осуждаю на всякий случай. Вот в Варшаве классно. Я бы хотел безумно полететь еще раз. Варшава, это что, Польша? Это Польша, да. Ну, тоже Европа. А у тебя есть же Шенген? Да. Нет, сейчас с собой нету, у меня нет визы. Ну, не продлена. А тебе надо именно визу в каждую краину делать? Нет, в Украину не надо визу. Не в Украину, а краину. В страну. А, ну... Все зависит от страны. Если в нее нужна виза, то да. У вас же в Украине вообще нету, да? Без визы, да, везде. Круто. Не, нам надо. Может, тебя в Киеве привезем? Не, золото, ты чего? Почему? Почему тебе нравится Москва? Чем? Ну, город нравится. Понимаю. Но люди там не так нравятся, как в Киеве. Как я? Ну, как мы, точнее. Ну, типа, мы кенты там. Да, да. Другие совсем.
Не повезу я ее к Симплу. Что там написано? А. У него же игра сегодня, да? Да, он тренируется, возможно. Залетишь во время игры к ним, сольет катку. Воров, чисто. Это шутка, нет, такое нельзя делать. Это очень важная тема. Не чавкай. А я просто дышал ртом. Ага. Ну, просто больше 2 минут не могу жвачку жевать, она типа хуже все никакая. Где вопрос? Вам нравится? Залетишь от него, что ли? На мозг хочу завести. Что, опять чапкаю? Нет. Что? Я просто чат читаю. Может, я еще успею тебя на мост сводить? Да, можно прыгнуть с моста. На банджи. Типа банджи. Ну, типа не просто как осуждаем всех слушай, а типа на веревке. Вот. Короче. Ку точно. Блять, прищись не могу. Все, минус 10 тысяч, она будет точно не будет. Вчера не мазал вечером, я что-то немножко под усталостью. Забыл помазать. Да меня меньше стало, мне когда-то все лицо было. Я вот пошел к дерматологу, она растыкала меня нормально. Я начал мазать. Так у тебя нормально все, что ты паришься? Ну, сейчас нормально, да. Потому что я начал заниматься этим. А было хуже? Высыпание уже было. А машина была, что-то. Зачем мазать прыщи, если есть зажигалка? Сейчас ответки нет с собой? Нет. У меня нет. А зачем тебе? Жвачку убили. Да потерпи, сейчас что-то едем. И шо у вас там, пацаны? Злой хочет тебе. Что хочет? Показать Киев. А. Показать Киев. Я люблю гостей, они приезжают, мы им... Мы их возим, всякие места показываем, Киев, там, домой переночевать, там, ну, ночлег, микрофон там. А чего они смеются? Они же просто радостные, как и ты. Ты же тоже смеешься? Да! Видишь, как классно? Все, все довольны, все счастливы, я тоже. Мы можем, в принципе... Тут парк, можно прям сразу. Не, ну ладно, уже туда доедем, да, можно сюда дойти. Ух, эти шуточки пошли всякие. У тебя заряда много? Ну у меня есть пауэрбанк. А как посмотреть? Ну, когда будет 20, я думаю, что он покажет и наденем. Пауэрбанк. Что это такое? А мне можно? Не, я пошутил. Это шутка. Я просто думал с губ передать, типа, перебивачка. Жвачки когда-то пробовала? Ну, помнишь, жвачки в детстве были по 10 копеек, ты там хаваешь и перебивачки были. У вас были такое? Нет. Ну, типа, ты наклеиваешь на руку как татушку, плюешь, растираешь и снимаешь, у тебя татушка. Перебивачка. А я думала, типа, изо рта в рот, типа, перебивачка передается. Не-не-не-не-не-не. Мама когда-то в детстве говорила. Где вам будет удобнее? Можем вот здесь или ниже? Откуда будете начинать? Ну, вот здесь на кругу и вон вход сразу оттуда. Или спускаемся ниже. И там вверх и там... подниматься, да? Ну, немножко, да. Давайте здесь где-то, здесь, да. Здесь. Да, давайте здесь где-то. Когда-то мама говорила, из рота в рот. Получается микро. Правильно. Было бы, прикинь, классно, если бы мы чисто пачкой хотя бы там 4 человека или 5 ездили по Европе, там в разных странах, стримили, там, чилили, просто такой уикенд делать. Да, было бы балдежно. Я так и думал сделать, когда типа лет, ну я в феврале так думал сделать, когда еще стримил, думаю, сейчас лето начнется, я везде поеду. Приехал. Злой будет делать микробы. У меня сам как микроб. Ты похож, знаешь, кстати, на кого? На кого? На планктона из губки Боба.
Похож же, чат, похож. Можете ее здесь оставить, и мы дальше поедем. Арина, возьми кентоу. Кентоу, кенты, привет, кенты. Не вижу ничего. Ой, дверь, да. Спасибо. Арина. Да. Иди за мной. Давай. Я буду вести тебя. Артур, может, ты будешь вести еще чатик, потому что ты выше, чем я. И... сильнее. Да. Мужчина. Да. Короче. Так. Мы с Ариной приехали на место, где я хочу показать ей... чем же у нас красиво там? Классно там, грязюка. Видишь, уже кентик стоит? Где? Вот огромный. А, так. Бля. Типа, туда можно залезть на самый верх. Но не да? сегодня. Но не сегодня. Типа, скарабкаться? Ну, типа, пускают, и туда можно залезть. Но в определенные праздники. Боже, я такой длинный. Высокий. Чекинс ту вади. А чё, почему нельзя говорить длинный? Ну это не грамотно. Если ты говоришь про человека, если ты говоришь про размер чего-то, то говоришь длинный. Например, длинный. А если ты говоришь про человека и про высоту, то надо говорить высокий. Логично? Логично, Арина. Логично. Ты умная, это хорошо. У тебя вышка есть? Ну, пятый курс у меня сейчас. Ты учишься? Да. На кого? Реклама и связь с общественностью. У нас с тобой связь хорошая, кстати, так чисто. Ну да. Посмотри, как красиво. Да, красиво. Кентам показать? Покажи кентам. Опа, грязюка. Опа. Вот так вот. Вот, посмотрите, я уехал. Кайф? Смотри, какой вид. Сегодня какой... же еще выходной. А что сегодня за праздник? А сегодня какой день? Среда. Какой нахуй выходной? Серьезно? Так тебе сказали, да, что выходной. Сегодня какой-то праздник у вас. Какой у нас праздник, кенты? Покрова? Что это? О, господи, как... Это Катюша. Катюша. Все, вот я сюда хотел тебя привезти, тут, ну, типа, красиво очень. Не знаю, многие сюда не ездят, а тут Индианыч говорит, тут нечего делать. А я вам скажу, тут есть много чего делать. Тут очень классно, можно гулять, смотреть. Но внутрь мы не зайдем, конечно, не будем лучше заходить. Именно в само это, для стрима. Ага, да? Ну, не знаю, просто, как... Короче, там про разные боевые действия. Типа, я не хочу, допустим, на стриме показывать. Да нет, это даже... Так что извините, а так мы погуляем, покажем. С Новым годом. Короче, конечно. Это просто типа такой у вас парк. Ну, парк, тут-то, если налево пойти, там парк дальше. А тут просто виды классные, видно все. Мы можем прям в парк сейчас вниз спуститься и погулять по парку. А тут, видишь, куча людей, флаг Украины огромный. Этот, типа, Парирури. Ой, там какая-то церковь. А где Печорская лавра находится? Вот оно и слева находится. Да? Да. Пошли? Печорскую лавру? Я не знаю, у нас нет, туда вкус. Нет, ну просто имеется в виду, что посмотреть на нее. Можно, конечно. Мы ее проехали, кстати. Как-то ты очень странно город показываешь. В каком плане? Я же не знаю, что тебя именно интересует. Ну, я люблю историческое что-то. Это же красивая мы сейчас история. Идем как раз на историю. Ну, я не посещаю просто церкви, костелы, там, ну, вот это Парирури. Ну, почему, если это историческая достопримечательность? Я ни разу еще там не был. Это то же самое, что... Нет, я имею в виду то, что мне... Приехать в Барселону и не сходить там... Колизей? Как-то... Нет, в Барселоне не Колизей. Барселона — это Испания, Колизей — это Рим. Блять. Ну, это не точно, кстати. Ну, вроде в Риме. Время. Чат, что там в Барселоне? Напомните это здание, как оно называется? Футболисты. Футболисты там. Нет, Артур, там не футболисты. А кто? Рим и... Вот они пишут, что там? Собор. Там Кизару. Кизару. Ох, ебать, полетел. Собор, да, собор. Ну, какой? Понятное дело, что собор.
такого миного. Я хочу залезть на самый верх, чтобы показать тебе город. А ну, там будет ловить? Да, тут хороший интернет. Надеюсь. Нет, тут нормальный интернет. Тут это же открытое пространство, плюс мы в городе. Мы же не за город уехали. Ну, прохладно. Тебе холодно? Нет. Тебя согреться? Да. Мне вроде бы не холодно, но типа... Нет, просто ветер холодный будет. Тепло не бывает... тепло не бывает лишним, так сказать, в нашем случае. Ты посмотри на меня. Я думаю... Блядь, переключись, уебище. Подожди. Снимаешь? Снимаю. Снимай. А флаг видно? Теперь видно. А так? Ну... Еще выше. Еще. Ну да, видно. Я его держу? Арин, посмотри просто в другую сторону и подумай, ты его держишь? Как он высоко? Ну, так как зрительная же должна быть это. Да, ты его держишь, Арин. Да? Да, конечно. Да. Вообще супер. Фоткай в Инстаграм. А мы уходим в другую сторону. По девочкам, блядь. Бля, красивая. Ты посмотри. Да ты шо, я хуею. Ебать, грязюка. А теперь мы бежим. Парируй. Можно с вами познакомиться, девчонка? Можно. Парень есть у вас? Я со свободными только знакомился. Я могу быть вторым парнем, ладно? Там, любовником хотя бы каким-то. Ну, хотя бы борщом бы, пожалуйста, накормите. Артур. Все, посмотрите, как подцепил. Все, идем гулять тогда, малая. Учитесь, блядь, кенты. Я не могу. Происходит. Так, вот так. Блять, я надеюсь, эта хуйня выдержит. Что? Последний раз здесь гулял своей девчонкой. Да. 2 года назад, да. Так это никакие не намеки, я так просто типа вспомнил. Там военная техника, если тебе интересно. Можно посмотреть. А там? А там. Кстати, нам лучше бы обойти там пещера. Давай. Там просто может не ловить ничего. Нет, так нормально можно снимать. А ей интересно. В смысле интересно? Ну я просто так рассказать, а что мне рассказать нельзя, что ли, блядь? Дует. А у вас в Москве много есть мест, которые можно погулять, посмотреть? Угу. Ну, Красная площадь, я знаю, есть. Ой, самое попсовое и отстойное место. Не, много где есть. И больше, чем в Киеве. Сейчас мы едем во все места Киева, мне похуй. Все, блядь. Дуя, в ухо дуя. Блядь, что с прической? Вот, смотри. Это когда малая говорит, что у тебя маленький пенис. Вот такой он у меня. Громизи. Балумба какая, да? За гаражу заходити і доторкатись до експонатів не можна. Для красота. Знаєш, я би хотів... Я пам'ятаю, у нас на 9 мая постоянно в парк в деревні виходили. Брали одеяло, ну і покривало, розстрілювали, і чисто пікнічок такий на природі. Там корови пасуться, міни, і ми сидимося там, чилим. Коровьячий, да. Ну, такой, ну знаешь, атмосфера так классно. Мы всегда так собирались, делали. Сейчас такое уже, конечно, не делают, обидно. Я короче такую травичку бачу зелену. Сейчас бы на ней присел на покрывальце. Разлегся бы, я начал загорять. Угу. Тебе интересно, да, Арин? Да. Мне вообще-то кажется, что она кринжует с меня чат. Нет, нет, ты что, мне интересно. Так я же люблю путешествовать, узнавать о стране, о ее достопримечательностях. Историю, вайб ее прочувствовать. Вайб? Вайб.
Wipe it down. Wipe. Ой, что? Что? Down. Wipe it down. А, это типа по-английски, да? Да, wipe it down. Это по-английски, типа, если что. Вы там не думайте. Так, мы почти уже подошли. Вот такая грязюка огромная. Так, не забанят нас, все нормально будет. В смысле, песня так и называется. Прям можете загуглить, как по-другому, не скажешь никак. Блин, такое качество классное. А битрейтит вас, типа, или нет? Так. Ой, прикольно. Пойди залезь прямо наверх туда. Ну, типа, чуть на пьедестал какой-то. А там лестница или лифт? Туда на самый верх? Да. А, там на праздники открывают его и запускают по двух человек. Ну, я не знаю. Ну, там даже вход, я вижу, закрыт. Они ну, хотя бы вход с первого этажа, если ты видишь вот. В один стук чекни. Да что там, блядь? Сейчас чекну. Сейчас чекну. Я ж... Архитектура Киева довольно очень простая. Белые дома и все. Радостная. Ты радостная общается. А мне вчера три слова за весь день сказала. Вот, это слова. Я такое лицо на весь экран большое. Видите? Серьезно, мне вчера все. Три слова за весь вечер сказала. Вот она. Проблема в человеке, просто скажем так, да? Это Вадим, ну, бля. Нет. Это Вадим, бля. Это Вадимка, бля. Опа, не туда. Сюда. Вот. Короче. Прикольно. Согласен. Тебе здесь нравится? Или я не очень хорошее место выбрал, чтобы нет, показать? Прикольно, прикольно. Спорт, я очень люблю ходить. У меня есть проблема, что я очень быстро и очень много. А люди, которые привыкли сидеть серьезно? Дома... Серьезно? Да, очень много. Это твоя скорость? Нет. Это просто, ну, я вообще-то тоже это... быстро очень хожу. И есть такая проблема, что люди, с которыми со мной гуляют, они страдают. То есть они мне... Рина, давай кто-нибудь сядем, посидим, вызовем такси. А я могу, типа, идти и не замечать, что я много иду. Вот. И, собственно... У нас такая же проблема. У меня еще Артур, сосед мой, тоже очень быстро ходит. Я от него научился, и когда Вадя приехал, он такой, блядь, помедленный, мой нос зацепился, блядь, не могу. Ляк. Так, типа, вы готовы? Иди наперед, я тебя сниму. Вы готовы? Сейчас вам продемонстрирую грязюку. Ух, ты посмотри, какая красавица. Ты посмотри, какая красавица. Прикольный у вас мост. А это что? Это церковь. Что это церковь? Я не знаю. Я же не разбираюсь. Да как всеми. Ты можешь не знать? Ну ты же живешь здесь. Ну, Арин, я не силен в этом. Вот так вот. Посмотри, там танки. Хочешь залезть на танк? Не. Вот видишь, вся архитектура такая прям белая-белая. А... должно быть по-другому? Какая тебе нравится? В смысле, чтобы не белая была? Нет, я люблю, когда разнообразная и такая, типа. Ну, это жил, это тот берег, он жилой, типа, ну, как и в Москве больше. О, там прикольно, что там? Вот там, а там вот просто... такая архитектура мне нравится. Это частные дома дорогие. Но у меня есть подобное место с такой архитектурой. Хочешь, поедем? Ну, мы в центре, отсюда вообще ничего недалеко. Тем более, с тобой время я бежит люблю так такие, быстро. Знаешь, такие вот укромные райончики с красивой архитектурой и узкими улицами. Я такое люблю. Я тоже люблю много чего такого узкого там. Есть такое? Да, есть. Мы Excel оттуда и водили. Угу. Есть. И что, мы опять на такси будем ехать? Ну, вообще-то, я хочу сейчас позвонить Вадиму, узнать, где он. И мы пойдем вон на ту штуку круглую, хочешь? Ты же любишь ходить. Да, пошли. Тогда пойдем. Риск. Я сейчас позвоню Вадиму. Опа. Я могу держать. Ну что, чат, напишите мне что-нибудь, и наконец-то я вас вижу. Как вам? Опа. О, 20%. Как вам стрим?
А как его? Его, наверное, надо вставить? Выехал? Нам ждать тебя здесь? Или, может, ты сместись на другую? Артур, можешь подержать телефон? Вот, держи, нет, смотри, телефон зажми. Отлично. Супер. Тогда давай, знаешь, куда? Я тебе сейчас скажу, куда, я сам не помню. Да-да-да, я тебе скажу, куда, я просто сам не помню адрес. Окей, давай. Спасибо, спасибо за комплимент. Спасибо. Если честно, я немножко неловко себя чувствую, не люблю, когда волосы сдувает, лицо такое на весь... Зачем? На весь экран, поэтому я стесняюсь чать. Ну, спасибо. В Беларусь? Не, сейчас пока в Беларусь, ребят, что-то как-то, ну, такое. Как-нибудь другой раз. Во Львов? Ну, ребят, типа, 2 дня мне осталось, поэтому какой Львов? Если бы я подольше осталась, например. Да? Что? Так Вадя уже едет туда. Ага. И мы можем или сейчас выехать, или чуть-чуть позже появляться по той теме. Как хочешь. Как понять? Ну, они уже едут от нас. Типа, где мы живем, они едут на тот адрес, который я им дал сейчас. Угу. Мы можем прямо сейчас тоже выехать туда, их подождать? Угу. Или же можем просто сходить туда, обратно и давай выехать? Давай туда и обратно. Давай. Давай я буду нести. Давай. А довольна чем сейчас? Я очень довольна. Я этого и хотела, потому что вчера меня Рома Макривский позвал на свое шоу. И оно продлилось 4 часа. Село солнце. И мы поехали уже ночью с Дашей там часик погуляли по центру, вот то, что я тебе говорила на Майдане. И все. И что ты понимала, у меня так же. Я проснулся сразу к Роме, потом сам постримил, потом к Ваде. А, ты же с нами был в шоу. Да, да все точно. Было, что ли? Как мы вас выиграли. Только что-то говорю, ты сыпал говорить, это наше время, не говори. Пожалуйста, не говори наше время. Сука, ну вот. Ебаные шиперы, блядь. И получается, что все, и потом приехали домой, и все. И никакого чила, да? Ну, сегодня мы погуляем. Да. Я тебе так скажу, что мы не часто все вместе гуляем. По улице просто. Ну да, да. Я просто сидим. Вот сейчас я их выгуляю. Выгуливаю. Как сучек просто выгуливаю. Просто за ручку, блядь. Будем идти гулять по Киеву. Тебе со мной не опасно? Ну как, нормально себя чувствуешь? Нет. Ну ты на бокс ходишь, ты можешь меня чисто отпиздить, если захочешь. Ну да. Блять. Я думал, что так быстро согласится. Я сам не знаю, что это за тема. Это, кажется, свечный огонь, если я не ошибаюсь. Да, это и так и есть. Лепота. Ну, мы действительно медленно ходим. Я не говорю, что мы ускорились, просто типа так. Я в другую сторону. Слышишь, Арин, а видела вот этот мем? Смотри. Какой? Блять. Арин. Знаешь этот мем? И что мне нужно сделать? Как ты думаешь? Держу. А я вот этот видела? В ТикТоке. Ладно, ладно. Ух, дядя, японский бог, ты так подкрадываешься незаметно. Здравствуй. А можно сфоткаться? Конечно, можно. Ух, я с центра еле успел. Ты бежал? Да я на своей приехал. А, ничего себе. Понял. Вычислил. Ну так, мне всегда сзади подкрадаются. Я раз я шел с рис гулял, с пакетом, я чувствую, как тип сзади вот так прям подбегает, притулит. Я хотел уже вот так, знаешь, он говорит, можно сюда? Да, блядь, опасно. Особенно в центре. Давай, братан. Сейчас ты в жизни больше. Да? Прям. Спасибо. Я думал, я буду. Спасибо за комплимент. А все тоже, как думают, сыграли там с корни. Ну, пиздят да, на да, меня. Да, да. Уже не пиздят, все. Давай, вместе, давай пойдем. Я могу с тобой посмотреть. Со мной, а давай посмотреть. Вместе. Little Kentik. Кент. Что, как тебе? Нравится? Да, очень.
блин. Да, очень. Сейчас мы потом... Бля, кенты вообще на ЧС ваших человек заехали на своих самиках. Дуя? Дуя? Ну, Зара, подожди. Давай кого-то просим. Попросим. Извините, пожалуйста, а можно вас попросить сфотографировать нас? А то у нас нету четвертого. Круг нет. Иди сюда. Знаете, как, да? Получилось нормально? Все, удачи тогда. Или хочешь еще что-то спросить? Я посмотрю. Парируре, парира. Все, спасибо. Пока, пока, удачи. Погулять и спасибо за встречу. Пожалуйста. Пока. Все, давай. Удачи. Кстати, Арина, нам надо тоже сфотографироваться красиво. Сыглы. Вообще никаких фотографий, блядь. Да. Срис последний, надо как вообще бы... украинские стрип-снайперы довольно приятные. В смысле? Ну, в Москве тоже приятные. А в Москве подходили там, рубили что-то или что? Нет, ну некоторые стрип-снайперы запрещенку говорили. О, так это опасно, ну типа я могу подбежать к нему быстрее, чем он убежит. Я не советую так делать. Ну да. Да не, никто не будет говорить, все нормальные ребята, мы же, типа там кенты обычно, обычно фанаты приходят, хейтеры не приходят. Красота. Парируре, парирам. Яхуе, какая же красота, ты посмотри. Да ты шо, яхуе. Боже мой, как так получилось, я даже не разумею. Да ты шо, смакота, да? Давай сбежим. Прикольный мост. А что это мост? Что он соединяет? Два берега. Там один мост, этот мост, там, там и там. Их много, они соединяют два берега. Обычно говорят, что там живут только, ну, типа, такие, знаешь, кенты. Типа, если ты в центре живешь, ты крутой кент. А если ты левобережный, ты такой секент. А если ты Троещенный, ты вообще никто. Типа Троещенский, фу, блядь. Но типа похую, но похую. А вы живете на левом берегу? Нет. Я сейчас на стриме скажу, где мы живем. Типа, но на левом берегу есть такие райончики, что центр может пососать пенис. О, монеты. Злий, зарази її до Львова на декілька днів. Во Львов хотят тебя завести на пару дней. Как? Я же не успеваю. Спорим, ты успеешь? Спорим? Как? Самолет, час и там. Самолет, час, обратно. Я уже платил самолет. И желание твое. Пойдем. Пойдем. Обходим кружечек. В Украине столько красивых девочек. Просто. Согласен. Вот, знаешь, вот, на кого не посмотришь, все прям очень красивые. Прям вот именно черты лица. Но я вообще говорила, что украинки одни из самых красивых девушек. Вот именно внешность у них особенная. В Москве, в России не так. В России очень много неестественной красоты. То есть в Киеве она более естественная. Поэтому все такие красивые, я до сих пор холостой. Типа, понимаешь, недостоин украинских девчонок. Хочешь, я тебе свою бывшую барышню покажу? Давай. Только я на стриме показывать не буду. Хуй вам. Понятно? То, когда я расстался, никто не расстался. Слава богу. Сейчас я покажу. Скажешь, ну, типа, все говорят, что не очень, потому что, ну, типа, это их дело. У меня вкус такой. Она очень красивая, как помню. А почему вы расстались? Потому что я перестал любить. Просто. Ну, мы нормально расстались. Держи. Давай я тебе ярко сделаю, смочу. Не надо. Чё плачете? Не плачете. У меня очень мало фотографий. Ну да. Ну, симпатично. Согласен. Я
ты крыса. В смысле я крыса? Я вам не покажу, блядь, эти типа в жопу. К Папичугу. На стеклянный мост мы нет. Мы едем в очень красивый район с архитектурой. Купи конфет. Чекни историю браузера. Да, давай, блядь. Сейчас чекну. Почему бы и нет? Рин, ты сегодня хорошо выглядишь. Ну, типа, не сегодня. Блядь, у меня такая тупорылая привычка говорить сегодня. Типа, а некоторые женщины мне говорят, что только сегодня, да? Ну ты уёбище, блядь. Только сегодня, да? А завтра? Это послезавтра. Может, на Днепровскую набережную? Это где? А, я понял, где это. Куда идём? Нам нужно спуститься вниз и вызвать такси. Я уже, кстати, буду это делать. Вызывай такси, возьми Кентоу. Кентоу, привет. Детей своих. Мои дети. Смотрящих. Дети мои, привет. Діти, привіт, як ваші справи? Як там в садику, домашку зробили? Чо пишете тут, розказуйте мені, передавайте мені все, що ви писали, я тепер вас вижу. Ехать нам мало. В Одессу. Да, ребят, ну у меня осталось 2 дня. Какая Одесса? Какой Львов? Харьков. А Харьков где? Далеко? Ой, так же, как и ко Львову ехать. А что в Харькове? Ничего. Понятно. Вообще ничего. Кстати, у меня была ситуация в детстве, когда моим родителям сказали переезжать в Харьков, потому что здесь для папы была хорошая работа. И вы не поехали? Почти собрались уже там чуть ли не чемоданы, но все отменилось. Поэтому прикинь, как бы сложилась судьба, если бы я жила в Харькове? Да. Могла бы так сложиться, чтобы не стала стримершей. Да, согласна. Ведь каждую деталь, если в жизни хоть одну мельчайшую изменить, да. Может факт. Быть все совсем другое. Факт. Факт? Я, сука, факт. Это так потекла твоя пуси. Парируй. Так, нам сейчас вот тут ожидать машину, что мы подождем. А у вас есть каршеринг? Да. Что-то я не вижу, а как выглядит? Не-не-не, каршеринг нету. Аренда есть. У вас нету каршеринга? А-а. Почему так? Не знаю, у нас аренда машин, но она дорогая. Я вот, допустим, чтобы взять здесь деревню, отдал 10 тысяч гривен в 4 дня, чтобы в деревню съездить. Каршеринга нету еще. Я бы хотел. Мы можем, сейчас я покажу. Так, машина к нам едет уже? Почему чат пишет, что есть каршеринг? У нас нету каршеринга. А где этот есть? Что пиздите там, блядь, вруны нахуй. Арина, иди сюда. Чтоб ты не держала это. Блядь, только отошел, уже какие-то кенты. Опа. Блядь, только отошел. Только отошел, блядь. Кенты уже воруют мадемуазель. Васап. Мы уже почти украли. Почти украли. Я только хотел показать какую-то движуху, они уже почти... Ни на минуту нельзя отпустить. Как у вас дела? А, нормально все? Как Киев. Очень. Ну, не сам Киев, как люди в нем. Ну, потому что мне сложно удивить. Я такая, типа... ЧСВ? Да. Ну, типа... Моя деревня тебя удивит. Москвичи здесь. Поедем сейчас картошку копать. Все лодом мэны, блядь. Угу. Копала картошку когда-то? Нет. А буряки? Нет. Кукурузу не воровала? Нет. Цебу? Цебу. Це що таке? Какой цеба? Цибуля? Цеба. А. Цибухи. Що, ви сфоткаться хотіли? Да. Давай, так що ви стесняєтесь? Ребята, такі крупні, блядь, стесняєтесь. Уже все пиздеть прийшли. Арина. А. Педали понравились, да? Что? Говорю, обувь понравилась? Ну так я смотришь? Я смотрела в ту точку. А. Так. С кем? Со мной сначала? Давай. Братом машина, давай подойдем ближе чуть-чуть. Ой, куда смотри? Егор. Есть?
Привет. Егор, привет. С наступающим днем рождения. И Новым годом тоже, Егор. Передай чернокурскому привет. Они тоже смотрят? Смотрят. Да. Чернокурский? Чернокурский. Чернокурский, брат. Сергей Тимофеевич. Да, еще адрес, номер телефона, номер карты. Ты тоже хочешь? Да, конечно. Давай. Арина, что такое? Что ты погрустнела? Не фоткаются, да? Да. Ой, какая пища. Готово. Так, теперь давай вас. Я, сука, так. Я вот так потекла твоя пусть. 7 минут, ебаный снич, блядь. Ой, как мило. Кто-то звонит. Алло. Такси ехало? Да, да, жду. Под памятником. Все, спасибо, ребят. Пока. Удачи вам. Ну, вы можете подъехать ниже, там, возле АЗС? Возле лестницы. Да. Удачи, ребят. Сможете? Слава Украине. А я могу такое? Да, говорить? да, там лестница, да. Сможете туда? Да. А как надо говорить? Героям слава? Да. Ура. Ну, да, нет, там, где лестница начинается наверх. Вы знаете, как на памятник подниматься? Да. Лестница именно маленькая, вы сразу к памятнику выходите, да? Знаете? Да. А вы откуда? Мы из Своровского вообще. Да. Ну, я вам сейчас изменю точку. Из Своровского приехали сюда. Изменю точку, покажу. А это что? Так, что у нас тут? Да. Это вы военные, ребята? Да, да. Да, работяги обычные. Пришли понаблюдать, как... Так, никто с повесткой не пришел ко мне? С повесткой никто не пришел? Да не. Это хорошо. А сколько вам лет? 16. 17. Сколько? 16. Потом, блядь, чтобы не пиздели, что у нас, блядь, 12-летние, смотри, 10-летние кенты, блядь. И такой, я балдею с тебя. Ну, это девочки. Что, фоткаться хотите? Конечно. Давайте. Реликвия. А что в рюкзаках, кстати, у вас? Можете рассказать? Форма, да еще форма, мы, так сказать, на отпуск. На сегодня на каникулы отпустили. Да. Ага, а вы на застрим снайпили или чисто по кайфу нашли? Нет, на такси приехали. Серьезно? Да. Прям сюда? Ну, вы за нами или просто? Только кто приехали, вы приехали. А, лоу. Да что нам, мы и что, и как служба? Полтора месяца там. А сколько вы служите уже? Ну, мы уже второй курс, второй год, да. Что, можете чем-то удивить? Вас чем сложно ты гоняют, да, там, ну, типа, конечно, зарядки, да, там, вот это, да, все. Да, я вижу, подтянутые. Да. Не то, что я с подбородком. Арина, все нормально? Да. Не заскучали, да, тебе, Валерий, ребята? Ты все подтянешь, там, турнички, все дела, наблюдаем, спортивный у нас парень, все будет. На одной руке 5 раз отжимаюсь, кстати. Красава. Фоткайтесь, я вас поснимаю. Давай, а вы меня в Россию обратно не отправите сейчас? Не, ты шо? Кто тебя отпустит, Арин? Ну, Арсен. Давай. Ну, здесь дальше. А с вами, товарищ Артур. Конечно, конечно. Спускать. Давайте вы все с ней, а потом все со мной. Меня по кругу потом пустите, нормально. В смысле, не хотел? Ты не хотел? Ты знаешь, кто это? Да, Арина. Красава. А я раз, типа, и фоткаются такие, понял? Я говорю, я кто? Да, мой друг тебя смотрит. Я говорю, так иди отсюда, блядь. Просто ролик у нас был, мы снимали, типа, что на что потратить шар в 10к, перечесался тем, который смотрел меня там 3 года назад. И он такой, да, ты Fortnite играешь. Я скажу, чел, я не играю 3 года уже. Полный тильт. Давай. Щипин. Все, отправляю. Первый день отпуска, фоткаемся с успешными людьми. Арин, возьмешь, пожалуйста? Все, давай. Чат, привет. Ой, чат, возьмите чат. Капец, вообще, все такие добрые и гостеприимные. Вот. Что вы писали? Арина пришла, и что теперь нельзя писать? Что вы писали там, рассказывайте. Я сейчас все увижу. Я поняла. Ах вы, суки. Чёрт. Понятно. Угу, хорошо. Нет, если честно, я немножечко постремалась, потому что меня сейчас просто в Россию обратно отправят, и все. Спасибо вам, хорошего дня. Пока, ребята, хорошей вам службы. Что, вы тоже? Да, давай.
Еще далеко не ушел. А, ну вообще, Зоя, нам не пора садиться? Такси, да, у нас уже приехал. Да, вот оно стоит, я подъехал. А, это твоя машина? Да. А что у тебя за машина? Я не буду номера показывать. Понятно. Бесплатно довезу, покажу. Да? Да. Не, честно, бесплатно. Ты нас подвезешь, я отменяю таксу сейчас. Не, серьезно. Да, можно? Так чисто, пару минут спать. Да не, не, Артур. Ради меня. Не, ну надо на такси, ты чё? Так я таксист. Арина, не бойся. Не, давай на такси. Ты боишься? Нет, просто, ну... Почему? Почему? Это же нас же хотят подвезти, сейчас по кайфу поедем. Сколько ездишь? 2 лет? Да. 2. По Киеву нормально. Ты стесняешься? Да, они хотят тоже сфоткаться. Давай. Так, Арин, поедем с ним? Нет, поедем. Да я серьезно. Я на такси? Ну, это бля. Чисто, чтобы с вами провести минут 10. Ну, давай, Арин. Сейчас, мне просто Кент ждет. Вадя? Ой-ой-ой, не-не-не, таксист, блядь. А, так, отойду, а то фейк такси. Опа, ой, блядь, типы, сори. Свернул вам мязо немножко. Сори, типы, немножечко вас, блядь, ёбнуло. Ты посмотри, влюблённый снищий. Ты посмотри, как она его держит, блядь. Пари, люди. Пари, рам. Пожалуйста, ребят. Пока, ребята. Так что, поедем с ним? Да. Поедем да. с ним, поехали. Нет, ты боишься? Я. Ты да ж... ладно, если боитесь. Если не хочешь, не мы надо. Не поедем. А то... Ну, типа, он прямо отсюда нас завезет, а куда нам надо. Пишет? Чат говорит, да, гоу-гоу. Поехали. Я когда отходил от вас, вижу, чат пишет. Классный чел. Мне так приятно стало, чатик. Спасибо. Так что, едем? Вам. Ну, поехали. Поехали, отменяю такси тогда. Ты боишься, да? А не вдруг бойся. Он стоит уже, он уже приехал. Да похуй на него вообще. О. Привет. Ты шо? Слушай, Карапуза, я вас где-то видел уже. Спасибо. Да ты шо? Я тебя где-то видел, Кентик? Не. А ты меня видел? Да. Как, кто я? А? Кто я? Злой Артур. Нет, я президент Украины, блядь. Правильно. Давай, ты посмотри. Надеюсь, вы не болеете коронавирусом. Передашь привет Антону? Антоша, привет, блядь. Твой друг нас сейчас вывезет за город, блядь. Если что, ты помоги нам, блядь. Бля, пахнет вкусно так тут. Классно. Волнением, я бы сказал. Давай. Так, все. Это последние кенты, и мы будем отправляться. Машина зовет брат. Чат, по... Как вам цветочки? Это so cute. Это very cute. Фу, так воняет жестко. Надо текать уже. Это очень мило, да. Спит, спать. Арина, помоги. Осуждал. Вези нас, брат. Вези нас. Только не завези. Пока. Пока. Пока-пока. Не скажешь, куда? Я же не знаю. Арина, точно вперед? Вперед. Нет, цветы не. Цветы пахнут вперед, вкусно. Не, я назад. А ты, Артур? Держи. Ну я с тобой сяду. Да. Наперед вдвоем. Не, мы назад сядем. Хорошо. Если что, ты взяла эту, типа, веревку для удушения. Это шутка, блядь. Сейчас машину отожмем у чел. Это не тебе надо, это не нам надо бояться, это нас надо бояться, дядь, блядь. Я еще тот уголовник, блядь, ебать, я грязюка. Арина, можно вот так, да, бутылочку мне подставить, пожалуйста? Спасибо. Вот это мне нравится. Слушай, я начинаю вкушать вот эти преимущества быть стримером. Типы там подвезут бесплатно, вы... Ладно. Все вместе. Так, ремень безопасности есть. Водитель хороший, довезет нас. Ты волнуешься? Не волнуйся. Пожалуйста. Нет, я не волнуюсь. Не волнуйся. Если ты со мной, все нормально будет, блядь. А какими судьбами вообще в Киев? Она ко мне приехала. Хотела очень сильно со мной видеться. А потом я проснулся. Нас увозят, Арина, я боюсь. Блядь, помоги, оппозиция, блядь. Ой, ебать. Ну, Арина, почему ты приехала? Расскажи. Ну, к вам приехала же. Ну, по факту то, что я ей так и сказал, как бы. Едем. А девочка есть у тебя? Нет. Бля, у тебя есть машина, а нет девчонки? В чате предлагаем тоже? Есть. В чате? Ну да, там какие-нибудь киевские кроссовочки же смотрят.
Присоедините, кто киевская красоточка. Напишите мне лучше в директ в Инстаграм, пожалуйста, девочки. Я в стриму пишет. Что? На своем стриме вашу фотку поставлю. И будет красиво. Да, да, блядь. И с ником Василий, блядь, не, плюс не... ставит, блядь, киевская красотка, да. С приколом. А стрим не лег? Нет, конечно. 15 тысяч. Только контент пошел, блядь. Только пошел? Да, мы сейчас только... Я только разогрелся, блядь. Мне же надо разогреться. Я обычно, знаешь, как разогреваюсь? Я ору, пою песни, читаю стихи. И все. И типа, я готов. А так я уже все, готов, блядь. Побольше кентов бы, блядь. Сейчас будет грязюка, блядь. Арина, сейчас мы с тобой такую грязюку сделаем. Хорошо. Прямо здесь? Хочешь? Можно прямо здесь? В принципе. У меня ни разу в машине не было, кстати, грязюки. У меня тоже. Братик. Камеру бы не поддержишь? Я думаю, ты у него спросишь. А тебя как зовут, кстати? Влад. Влад. А 4? А у тебя была грязюка в машине? У тебя было грязюка в машине? Нет, ну... Ну, подожди, смотри, мы сейчас нескольких зайцев убьем. У меня не было втроем, в машине, в арене тоже, у тебя. Мне кажется, если мы это сейчас выполним, это будет какой-то комбо. Прям пиздец. Полиция, помогите, полиция! Полиция, помогите. Полиция. Ну, нормально. Нормально водишь, да, брат? Я про комбо втроем. Ага. Хорошая идея. Арина, что еще пахнет? Артур, я сейчас цветами по башке получишь. Все, я понял. Все, извини. Что-то у меня в легких запершило. Все, это корона? Нет, так не, оно не начинается. Обычно легкие, ну, так не начинается, не волнуйся. А, ты знаешь, как это? Да, у меня была корона. Наверное, я переболел, скорее всего. А у тебя есть павербанк? Нету, а у тебя? Зарядку дать? Подожди, а у тебя нет. Сел? Нет, у просто. Тебя две палки, нормально. У меня просто провод, я могу... Нет? Павербанк. Павербанк. Повербанк. Power. Power. Вообще-то power. Павербанк. Помянем. Едем классно, мы с Кентулей, блядь. Музычку навалить. Как бы грязная есть. Что слушаешь? Грязная. Моргенштерн. Если есть свободный телефон. Конечно. Арина. Да. Подержи, пожалуйста. Цветы классные. Нет, я всегда хочу как-то порадовать. Еще так и забываю всегда купить цветы, блядь. С Apple Music, да? Не-не-не. Нет? Не, у меня с бума. А что не работает? Я не думаю, что оно будет. Оно с Apple Music работает. Блин, я сейчас так сижу, интересно. Не работает это, да? С Apple Music работает. Бля. Что? Нет, все нормально, не волнуйся, все нормально. Сел на себя. Не работает. Я с цветами. Давай, я могу держать тебя, если хочешь. Да. Это я, чатик с бородой и прыщами. С цветами от подписчиков. Стоп, это же они где-то успели пойти купить цветы? Или это да. Сразу у них были? Это так мило, кстати. Да. У них тут цветы вообще не дарит. Поднимаем впечатление от Киева. Нельзя так. Это твой подарок. Мне, правда, теперь с ним таскаться. Я их куда-нибудь положу, потом заберу на обратной дороге. Вадя на машине положишь. Слушай, ты даже не... Бля, я не вижу. Чат настолько быстро летит, бля, что даже никто не узнает то, что я... Этот... Какой? Холостой. Холостой. Повторить? У тебя ресницы красивые, Артур. Очень. Спасибо. Хочешь попробовать? Нет, у меня грязные руки. У тебя красивые ресницы, они у тебя так... Все девчонки об этом говорят. Это классно, когда они да. Завораживают? Да. Спасибо. У меня шутка была пошлая. Что такое? Тяжко. Была шутка пошлая, но я думаю, не буду шутить. Типа, определяем размер члена по длине ресниц? Не, типа, хочешь посмотреть на мои ресницы сверху вниз? Снизу вверх. Сверху вниз. Я снизу вверх. Сложная шутка для тебя. Сложная. Снизу вверх пишет. Ты пишешь ты снизу или я? В
Ой, все, Артур, короче. Сложный русский язык. Да. Что-то мы за город едем. Кстати, да. Ты говорил, что ты близко. Не, ну это по объездной, это ближе будет. Это нормально, потому что я по объездной. Вы поняли, чат понял, что ты не понял. Нет, это ты не понял, как правильно сказать. Нет, я все правильно сказал. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Можно и по-другому, поменяемся, потом посмотришь и так, без разницы вообще. Ладно, давай, там, вот что ты имел в виду? Давай, Артур. Это как фокуснику сказать. Ну, расскажи, как этот фокус делается. Не буду ничего объяснять. Ну, все, значит, я права. Не розумію цих дівчат. Не розумію. Вона сама хоче. Дівчат, вони такі яростні, типу, ну, типу, грязні, типу, мислі пошли. Он или пошли с ним мысли. А, что это было? Это было так приятно. Что? Классно. Брат, а как тебя зовут хотя бы, скажи? Влад. 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 Ну, у меня кличка Синичка, может. Синичка? Да, Синичка. А как, а почему? А, фамилия похожая когда-то была. А, типа. Я думал, голос типа такой. А, ну, спасибо. Или там бухаешь, аж синий там. Ну, мало ли. Забываю. У меня такая проблема, знаешь, я когда знакомлюсь с людьми, через 5 минут забываю имя. А чем ты увлекаешься, что делаешь вообще? Учусь, работал, стримлю контру. Все. Машина чья? Моя. Как заработал? Четыре года работал, плюс откладывал. Теперь помогаю семье. И ты хотела типа машину? 4 года ты копил на машину? Да. Ебать, у тебя выносливый. Ну, типа... Ну, да. 4 Очень года. Хотелось, я не знаю. Вкусно пахнет. Это духи были? Да. Ну, теперь они раскрылись, все, я понял. Нет, ты молодец. Я, допустим, никак не могу машину себе купить. Потому что у меня нет желания. У меня друзья тоже в деревне все хотят машины постоянно. Не вижу смысла в них. Вот мне нравится, когда меня возят. Это круто. А за рулем часто ездишь, просишь? Или вообще не ездишь? Не, ну я не умею ездить. А, именно нет прав? Да, даже нету прав. Но я дома могу за компьютером поймать. А, я понял. Тебя чат спрашивает, как канал называется? Я думаю, пиарить не будем. Да давай. Можно? Можно. Да. Ничего себе. Синичка топ на английском. Синичка топ. Бля, я помню, 6 какой... 6000 чем-то подписчиков. Типова такого забанил, прямо о чем он писал, что я лох ебаный. Вот и мы и встретились, ебать. Честно, я когда в инсте Айринян увидел в Киеве, я сначала не понял, честно, для себя даже. Типа, как сюда прилетело? Кто трогает меня за член? Что происходит, блядь? На четверо едет туда. Это что это было? Что это было? У меня там что, скворечник, блядь, какой-то или что, блядь? Нет, я просто очень хотела прилететь, потому что... Да. Типа... Не на словах только. Спасибо вам, у меня пошло в инсте. Вот. Ну и девочки пишут. Да? Алло, блядь! Девочки! Холостой хуй! Девочки, мне тоже пишите, мне тоже. Извини, что перебил, так что ты говорил насчет, хотел прилететь. Ну да, из-за ребят, друзей, потому что... А ты впервые, да, в Киеве? Ну, я в детстве была. А я в Москве. Ты же с Москвы? Да. Я в Москве 4 раза был в детстве, у меня родные там тоже живут. Да, еще познакомьтесь, потом поженитесь, блядь, чтобы я это смотрел, блядь, и плакал нахуй, стоял. И от счастья плакал. И надолго ты? На 2 дня еще тут? Да. На руки грязные куда суешь? На 2 дня всего лишь. Девочки, напишите мне. Зачем? Я шучу, не надо, девочки, не пишите, блядь. Не пишите, я, блядь, сам напишу. Так, что у нас? Далеко нам еще, кстати? Чуть-чуть, 2,5 километра осталось. Ну, нормально, супер. Главное, чтобы на контрактовой там пробки немного. Все нормально. Ну, я понял, куда вы едете.
погулять. Ну да, я ждал тебе адрес. Ну понятно. Куда-то едем. Сейчас еще Вадя приедет. Макрица, Юечка, Маша. Весь склад тут собирается. Да, сейчас будет грязюка. А можно остаться, сфоткаться и уехать напоследок? Ну, я думаю, ну да, почему бы и нет. Не, просто спросите, если можно. Такое, я так понимаю, раз в жизни бывает. Ну, то, что Арина в Киев приехала, вот. Может, она еще раз приедет, если ей понравится. Ничего. Приедешь еще раз? Да. Вот так вот. В этом году? Наверное, нет. Через неделю. Как ты Новый год празднуешь? Не знаю, как. А как ты его в прошлый праздновала? Не помню. Дома. Хорошо, значит, праздновала, что не помнишь. Не-не-не. Никак. Мы думали собраться и отпраздновать Новый год в Киеве. Ну, все. Типа, не знаю, если получится, конечно. Я не против. Но я точно с собой заберу много людей, чтобы, типа, отпраздновать. Просто я прошлый... Картман празднует за компом, не знаю, как Саня празднует, типа. Ну, я, типа, Артур тур. Ну, типа, я думаю, собраться всем на Новый год и отпраздновать классно. Если меня пустят, Артур, кто против? Кто против, блядь, я не понял. Кто там против, сука? Было бы круто. Я хочу, чтобы все собрались в один раз. Весь сквад. 30 кентов. В одном хаосе. Было бы круто. Было бы очень охуенно, я считаю. 30 кентов. Бля, ебать, грязюка. А прикиньте, чтобы все, кто стримит на Твиче, собрались. Ну, типа, с кем мы общаемся там полностью все. Плюс 89-й сквад. Это сколько, 50 человек или 60, блядь? Блядь, уехали немножко. 60 кентов в одном хаосе. Игры на Battleground начинается, Battle Royale, блядь, на выживание, пошел, каждый запускает в стриме Battle Royale, блядь, в комнате, пошла грязюка. А строго не берем, да, кто-то написал? Не, да берем. Нет, зачем строго? Да, можно и не строго. Этот Exiles с моими шутками. Надеюсь, они уже приехали. Уже на поворотах Стабик поворачивает вместе с машиной, чтобы ты понимала. Сними что? Что снять? Кого снять? Мы приехали? Нет, еще чуть-чуть прям. Так мы тут были же с тобой. Мы нет. Нет? Не, мы чуть не были. Осталось. Мы не были. Или ты с Дашей тут была? Нет. Это не где Диана живет? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой, что это, блядь? Типоу понесло. Все нормально. Синичку сквад. Ну, только нас подвез, а уже в скваде, ебать. Слишком... Это как строго будет, что ли? Слишком везучий. Так, сюда, нахуй. Сюда. Так, что там мне кто-то писал, звонил? А ты где была тут в Киеве вообще? Гуляла? В центре. И на Крещатик, да? И... Родина-мать? Да. Да. От нее очень приятно пахнет, типы. Жаль вам этого не почувствовать. Но они не чистые, они даже неприятно. Нихуя, у меня очень большой нос, я все чую. Нет, волосы у меня не пахнут, ты врун. Нет. Ты врун. Нет, это или духи, или волосы, хуй знает. Я же не понимаю, что там у тебя пахнет как... Я знаешь, вот пахнет, главное, чтобы не рыбой, а так все заебись. Нихуя там тоже. Опа, ебать, окунулся в мир желаний только что, блядь. Никогда не думал, что буду так близко с Аринян. Да-да-да, типа, это вам не на... Это, не искать там всякие вкладки. История браузера. Пари-рури. А что, я не понимаю, что такого в том, что... Близко сидеть с человеком. Вы в Киеве не сидите с друг другом близко? Мы обычно всех друг друга на ручках сидим. А. Мудрецкий у меня иногда сидит. Вообще попой, может его так поделать. Типа, что в этом такого... такого? Это была шутка, Арина. Типа, никогда не подумал, что буду с Аринян в одном такси сидеть и поехать куда-то. Такси? Фейк-такси. Ладно, уточняю. Ну, это как с Леей Горной, знаешь? Да. Ну, я когда-то с ней смотрел приколы всякие, там,
развлекал, а потом с ней хорошо очень дружу. Тоже никогда не мог поверить, что такое может быть. Как-то неловко. Но типа, ну уже ловко. Я ей об этом говорил, кстати. Но это было неловко. Ну а чё, блядь? Я там знал, нахуй, что жизнь так сведет, блядь. Классно так. Она моя хорошая подруга. Да-да-да. Карман рассказала, что злой очень хороший парень. Очень хороший друг для девушек. Это правда. А что в этом такого? Это круто, Артур. Это очень круто. Это на самом деле способность не у каждого парня такая есть. Быть настолько близко? Типа, да? Ну, быть, чтобы девушке было комфортно с тобой. Чтобы она не чувствовала, что ты что-то можешь, типа, сделать не так и все испортить. Это хорошая способность. Поверь, я очень натренирован. У меня там Ириса, Михалина, ну, да, Илея. Очень натренирован. Это неплохо. Это не какая-то плохая черта. Я знаю, что это неплохо. Черта. Это наоборот, типа, круто. Просто, типа, они все, типа, хотят, чтобы я всегда что-то, типа, делал. А я-то себе это делаю, но никто нет, не смотри, знает, что как-то. Нет, дело не в том, что тебя кто-то френдзонит или кто-то с тобой не хочет встречаться, а в том, что ты комфортен не как, типа, чел с членом, а как чел без члена. А чел с душой. Ты с собой комфортно, интересно, безопасно и интересно. Мне это... А интересно рассказал. Это классно. Учитесь, типа. Ну, вот у меня есть парни-друзья, например, с которыми мне некомфортно, мне неинтересно с ними. Ну, как не друзья, а то есть парни, с которыми я не могу найти общий язык и расслабиться. То есть это нормально. Но это не значит, что я с ними, что они мне нравятся или не нравятся как парни, понимаешь? А почему не плачут? Я не понимаю. Я в этом тоже ничего плохого не вижу. Нет, типа... это на самом деле вы не правы. Вы в этом, как сказать, это только плюс. Да, я согласен, типа, дружить там. Тем более секс дружбу не портит никогда. Типа, не вижу никакого минуса вообще. Чего вы плачете? Я не понимаю, что они рвут. Вот мне комфортно, типа, классно. Не, Жужо упомянул истории. Давай, Жужо, ебать, блядь. Жужо, да? Ты тут? Жужо. Скоро будем с тобой это гулять. Ну ладно, не будем с тобой гулять, ты меня никуда не позовешь. Только пиздишь о том, что ты меня куда-то там. Ебать, я хочу посмотреть. Красивая, это просто невозможно. Такая красивая, да тише, блядь. Зайчик мой. Дядь, максимум, что ты можешь, это касаться губами экрана и наблюдая за нами, а я могу коснуться так. Вот так вот, блядь. Что, Жора, как мой пенис на вкус? Жорик. Ебать, урыл просто. Что? Да ладно, Жож, мы же друзья, типа. Ты, ну, вы тоже. А что они спамят так симпла? Я не знаю, что Саня тут? Я не знаю, сейчас мы глянем. Так у него же игра, нет? Саня не может быть. Не может игра. Быть. Саня тут или нет? Не вижу. Макривский звонит. Да, Ром. Так где а вы? Что? Где вы? Привет. Через спасибо. Две минуты. Через две минуты. Через сколько вы там будете? 27 минут, иди нахуй. Не, но я не матерись. Не матерись. Я пошутил. Мы будем на месте, походим там. Ого, мы будем спасибо. На месте. Все, я тебе гео кину, брат. Почему нет музыки доната? Спасибо, спасибо большое. Давай, брат. Спасибо. Для какой? Не 10. 10 евро? 10 евро. Что? Семейный бюджет, что ли? Не, это хорошо. Так я даже не могу понять, что Саша написал. Вы вот эгрите. Саня, напиши мне в инсту, я передам. Или не передам. Да не... Вот так вот, нахуй. Ебать, я себя важным почувствовал. Лох, важно. Сейчас с ним выключиться буду сосать пенис, блядь.
Почему? Типа выебываться нельзя, что ли? Слушай, а давай здесь станем. Тут? Да. Все, этот район что начинается здесь? Ну, вообще да, но вам туда еще надо да пройти. Похуй. Да, да, да. Угу. Тут сядь. Саня, ты где? Да нету Сани тут. Я не думаю, что Саня есть. Что? Да. А, он тут, ебать! Он тут, а? Он здесь. Он мне пишет. Давай. Что? Я... Что? Саня, это тебе. А, охуенно, кстати, это тот самый район, да, который нужно увидеть? Блядь, а что это? Это просто подзалупная залупа, блядь. Что это, Арин? Что это за пиздец? А куда мы приехали? Брат, я не буду раздеваться за деньги. Ты попросил тут остановить. Вот, прошу. Брат, я не буду раздеваться за деньги. Можно без денег. Так я поцеловал Саню. Все, блядь. Все, блядь. Выйдешь или тебя там выпустят? Я выйду, да. Петя спрашивает. Что? Я выйду у тебя. Выпущу тебя. Ой, давай. Опа. Это Синичка нас возил. Да, брат, спасибо. Блядь, куда я его привез? Ну все, мы пойдем. Спасибо тебе, Влад. Если хочешь, подъезжай. Ну, по стриму можешь запалить, если ты хочешь сфоткаться со всеми. Хотел бы. Ну, запалишь, подкатишь, мы будем на районе. Хорошо? Вот, на тебя там... Да, мы прогуляемся, тебя да. Подписались, ребят, вроде. Я знаю, спасибо вот. Большое. Да. Спасибо, брат, все. За то, что подкинул. Спасибо. Да пока. Не за что. Все, пока, хорошо погулять. Спасибо. Может быть, еще сегодня увидимся. Еще, думаю, свидимся. Все, давай. Арин, это красивый район. Да, прикольно очень. Особенно вот это мне нравится, достопримечательность. Как называется? Стройка. Я сам охуел. Ну, типа, бля, не лучший вид, да? Резюки. Артурчик, так хорошо. Вообще, балдеж. Пошли. Мы гуляем. Бля. Машина собьет сейчас. Мы гуляем. Бля, мне кажется, цветами пиздец, как неудобно. Надо было у Синички оставить. Да. Ну, нет. Ладно. Так, подожди. Ну, похуй, идем. В другую сторону надо. Что? Блядь, конечно. С этим пауэрбанком ебучим. А уже можешь отключить пока. Думаешь? Конечно. Опа. Держи. Здесь, кстати, солнца и ветра нет, балдеж. Саня, если ты хочешь что-то писать, пиши в инсту, блядь. Я же не вижу, нихуя, блядь. Куча, миллионы людей, блядь. Ну-ка, дай, подожди, на секундочку. Что там? Дай. Не, я не буду показывать, что он пишет. Что он написал? Ничего он не написал. Что он написал? Ничего не писал. Что он написал? Ничего. Что он написал? Ничего. Что? После того ничего он не писал. Ты же а не что там вру? Написано? А там что написано было? Он сказал, раз уж вызвался поцелуй передавай, давай передавай. Я ему передал поцелуй. Ему так воздушно чисто. По кайфу. Понимаешь? Вот, короче, такой типа а-ля презентабельный райончик. Вот такой архитектурой, шаришь? Можно погулять. Так, и... стрёмно покрашено. Бумыч тоже тут, а? Прикольно. Ты что, все игроки нами, блядь, на стриме, что ли, собрались, блядь, стрим посмотреть? Да я думаю, они байтят, Артур, ты как маленький. Прикольно, но цвета не очень. Мне не нравятся такие сейчас крашеные штуки. Выглядят некрасиво, неэстетично. Вот это все, типа, вверху? Да. Мы сейчас поднимемся еще по разным всяким приколам. О, Electronic Flame. Да, пацаны, что у вас игра скоро, да? Приезжайте, пиво выпьем. Свой? Да. Сейчас. Хвалинку. Давай.
Ой, красота, бля, ебать ты красивая. Ебаный синич, бля, ебать красотка, грязилка какая. Ты посмотри, покоряют мужские сердца киевские. Ля, а ну еще поиграй, давай. Вот ты шо, пари рури, та ты шо, я ебу ту Люсю. Да вы посмотрите на эту малышку, бля. Да, Артур! Как тебе? Ты ладно. Меня на фотке в Киеве, ты плачешь. Давай я сделаю нормально. Ты посмотрите на эту сучку, ты посмотрите. Ну, Артур, быстрее! Хорошо, давай. Я протру только, он грязный немножко. Быстрее, пока люди не пошли. А что с людьми? Ты посмотри на нее, ты посмотри. Давай, вот так, да. Поэффектнее, ебаный снич. Вот так вот. Вот так, в Инстаграм закинем. Сайт знакомств, да-да-да. Да ты шо? Как эту рогаточку называем? А это что у нас? А вот так сбоку еще, а вот так. Потом девчонка возьмет телефон в руки, потом, что за девочки, что за фотки? Ты посмотри, вот так еще. А теперь свет сверху, сверху. Да ты шо? Все, надела. Давай. Только осторожно, там может быть члены. Так высоко? А почему так высоко ты сфоткал? Там снизу наоборот фоткать. Классно, там дохуя их. Вот это что это? Надо удалить. Да я удалю, не бойся. Ты что думаешь, я на них дрочить буду, что ли, блядь? Не удаляй ничего, я сам удалю. Нет, у меня привычка фоткать и сразу удалять. Да мой телефон, не удаляй. У меня архивы есть. Ладно, короче. Нормально я... или хуёво фоткаю? Ой, как уёбище, я понял. Ну, как уёбище? Ну, Артур, ну, сфоткай нормально. Давай. Окей, у меня есть идея. На. Сейчас, подожди. И не высоко. Зачем ты мне это... Не отрезай мне ноги. Хорошо. Чем упал чатик? Блядь, типы, вы чё, блядь? Вы чё, типы, алё? Шляпа упала, да? Шапка упала. Бля, у меня руки трясутся. Всё, спасибо. Покажи. Так, подожди. Просто... Что-то я не дам, я не покажу. Я не покажу, что там написано. Я не покажу. Фотки. Что? Фотки. Напиши, вот покажи. Фотки будем смотреть? Артур, ну как ты фоткаешь? Ну нормально. Это старое, не-не-не, назад, я пару сделал. Но ты что, вот. Как ты такое фоткаешь? Ты понимаешь, что ты мне сфоткал землю, вот это, а дома, архитектуру? Артур! Кто ну, так фоткает? Пиздец, меня горит просто. Ну красиво же, смотри. Что это за... Вот этот кусок, он зачем? Это, чтобы ты видели, что ты на земле, а не в воздухе. Смотри. Да. Смотри, как классно. Кайф, да? Ноги короткие мне сделал. По кайфу. Ты сверху сфоткал. По кайфу, смотри, по кайфу, блядь. По кайфу, блядь. Все, короче. Давай нормально, все, я понял. Ты можешь мне сфоткать фон? Красиво, чтобы было. По кайфу? По кайфу или нет? По кайфу? Не земли? Артур. Челлендж. Давай. Смотрим, нормально? Вай, вай!
такая... Это ужасно! Зачем ты фоткал мое лицо? Зачем так близко? Там надо было архитектуру фоткать. Господи, все! Удаляй! Вот при мне сейчас удаляй все эти фотки, Арзу. Удаляй! Удаляй при мне, это просто какой-то кошмар. Извини, я просто хотел познакомиться с вами. Зачем вы мне так грубо отсылаете? Удаляй все фотки. Артур. Я что, этого в этом виноват? Зачем? Ты же специально. У меня уже комплексы. Я теперь переживаю, что я так... удалю. Что я так обещаю. Уебищно выгляжу. Ты посмотри на меня, блядь. Я как будто из Ингарда, блядь, с болота вылез, нахуй, вообще. Как будто орк. Ладно, я удалю, при тебе. Ну, я не виноват, что я так уебищно фоткаю. Что, все прям все удалить? Сейчас я посмотрю. Вот что это? Красиво, посмотри. Вот это вот. Охуеть, проходка, люди, чтоб... Вот это вообще вот охуенная это. Фотка. Я не понимаю, я в этом не понимаю. Я просто... Машина охуенная сзади. Вот, стойка бойцовская. Резюка, блядь. Классно. Чапалаха как будто даешь кому-то. Давай, я удалю. Удаляй. Я удалю. Прям... Ты думаешь? Я удалю. Я... Ну что, прям сейчас? Это ж долго. Все выделяй и удаляй. Подожди, там члены могут быть. Как все удалить? Как все? Не знаю, как все фотки удалять. Я ебло. Ой-ой-ой-ой, подожди, вот тут точно не надо. Подожди. Подожди, у меня там... Там свой архив, блядь. Что, прям все удалять? На! Прям все удалять? А? Прям все? Хоть одну оставить можно себе? Нет, все удалять. Ну, пожалуйста, хоть одну. Мне так немного скучно дома. Хоть одну можно? Сохранить в архив. Арин, что такое? Блядь, ебать, кто так фоткает? Рили, блядь, столько фоток, пиздец. Все, я все удалил. Все, прям все удалил. Все, смотри. Все. Давай выбрать и удалить. Все. Вот я. Вот я. Ой, все, нам даже. Покажи. Не, я там не покажу. Там, покажи, там грязюка. Артур, я не покажу, я не покажу. Покажи. Нет, покажи. Там нюдисы. Реально? Ты фоткаешь свои нюдисы? Да, я просто... Ну, я иногда... У меня девочки на модерах, я деньги им не кидаю, я кидаю члены просто вместо зарплаты. А можно стать твоим модератором? Конечно. Но они в ответ кидают тоже. Нельзя. Так. Гуляем с девчонкой по красивому райончику. Что может быть лучше? Не успел гайды посмотреть. Ну, блин. А что тебе Саша написал? Саня, мне попросил, чтобы я выбрал тебя намного лучше. И ты говоришь, что тебе не понравилось, и он написал мне, не успел гайды посмотреть. Гайд посмотреть, как правильно фоткать. Да. Ну, типа, понимаешь, он лучше меня фоткает, он, типа, предложил свою кандидатуру пофоткать. Как получается так. Угу. Что скажешь? Пруф. Что он предложил? Да. Ну, это ж не надо прямо так говорить. Ну, типа, это по пацанским понятиям, типа, понятно. Ну, по намечным. Книга намеков, знаешь, есть такая? Намечная книга. Намекная. Намек. Намекная. Намекающая. Книга намеков. Намеков. Книга намеков. И там в четвертой главе, на третьей странице, пишется, что... Блядь, мы не туда зашли, Арина, нам надо обратно. Там пишется, что... Да, настройку. Да-да-да. Там пишется, что если тип дает советы по типу фоток, значит, он лучше в этом дерьме разбирается и готов предоставить свои услуги красивой девушке. А если ее еще зовут Арина, так это 100% вариант. Как минимум, чтобы просто лицезреть на фотке и пофоткать там все грязюки вот это, да? Что это такое? Угу. Тесто месишь? Да. Нам немножко не туда, но они уже едут, кстати. Сейчас я послушаю историю. Что это? Это истории. Так, жопы, блядь, в телеграме, блядь. Вот это. Че чатик пишет? Дай чатик пообщаюсь. Держи. Чатик, че вы пишете? Рассказывайте мне. Что? Что? Это классно гулять. Типа я очень давно не гулял с девчонкой, да.
Согласна. Смешно. Я могу понести, если тебе не тяжело. Да нет, нормально. Я довольная. Цветами иду. Это я. Сейчас. А я... Осторожно, лапед едет. Сейчас. Блядь, так. Блядь, это что, Кощей нахуй ебашит? Блядь, это... Ай, минусуха, Артур. Извини. Меня просто чел... Чел хуярил грязно. Блин, мы можем залезть на эту гору зеленую. Но это очень высоко. Зачем? Блять, она услышала, что ли? Она услышала? Она такая милая, ты что? Так иди познакомься. Так это ее парень, блядь. А, грустно. Да, она шла со своим парнем. А вдруг это брат, и ты никогда не узнаешь? Ах, ну, значит, она проебала свой шанс. Быть возле меня, набить меня, бить. Ненавидеть, изменять мне. Ходить с другими гулять. Такой шанс проебала, кстати, типа пиздец. Арина, что с лицом? Ничего, кайфую. Ты не проголодалась? Нет. Хорошо. Так, я сейчас скину Роме Гео, чтобы они выкупили гену. Вот такой район у нас есть красивый, вот тут, типа, вот этот. Архитектура, видишь, что даже экскурсии водят. У нас такой в Москве на каждом просто обычные районы такие. Там экскурсии не водят, это бесплатно. Эти там... ебоны пошли, эти московские. Ну, по факту. Знаешь, что я тебе скажу, что в Москве нет? Что? Нет у нас. Нет у нас. А без нас это просто тусклый, темный и серый город. Understand? Факт. Факт? Факт. Без солнечного лучика такого, как я, его не осветить. Не, если бы я приехал в Москву, я бы, может, изменился даже. Если приехал бы туда жить. Я также думал, когда из деревни переезжал в Киев. Уже все такие красивые. О, смотри, какой райончик. Я ебал, пойду сюда. Надо, там. Надо вернуться. Ля, грязюка. Мы в Европе, блядь. Ой. Когда Илюха снял отсюда историю и сказал, где я, все пишут, в Германии. Типа Франции, Швеции, блядь. Мы сейчас с Ариной сели на самолет и прилетели в Германию вместе, на медовый месяц. Хочу уже знать, чем мы будем обычная заниматься. Обычная улица в Москве. Что? А, ничего. Чё? Как бы, да, медовый месяц. Опа, это что, зарплата, блядь, или бан? Фу, это зарплата, блядь. Когда смс-ка от веща приходит, знаешь, так очково. Или бан, или, блядь, партнерка она. Make money, not tart. Нет, not art. А, да, а. Ну... Бля, было бы смешно, если меня бы сейчас, прям сейчас забанили. Да. На стриме. Да. А у меня чел, я тебе говорил, у меня чел запрещен стрелял на стриме. Как я понять? Не говорил. Но я стримил в деревне, но я никого не предупреждал, типа. Угу. Я стримлю, и шутка там была. Там был моей подруги сын. Уф, шоурумчики. Я люблю шоурумчики. Я... Местные. Вообще, киевские дизайнеры топ. Ну, и да. И я говорю, типа, соседке говорю, как посадить на один стул 4 людей? Она не выкупает. А чел выкупил. Понял? Он такой, типа, взрослый уже. И он говорит, типа, ну, если ты их посадишь, то они уже, типа, там... Ну, они уже и стреляют запрещу. Я такой, блядь, что? Я бегу домой, быстро за ноут, все дропаю, все удаляю, блядь, полностью. Все чищу, блядь, осуждаю, бегу, крестюсь даже, блядь. Опасно. Угу. Ну, все нормально, типа, слава богу. Может, заметит. Грустная история. Релакс. Местные арты. Ну, конечно, не как в Москве. Ой, блядь. Особенно вот этот, вот это пчёлка, вот это па-па-па-ворот.
Арские, блядь. Да ладно, чат, я шучу. Прикольно, вы чё? Нет, я шучу. Просто, да, это просто... Это поворот. Мне жалю пчелоба в рот. Тут красиво, тут типа вот такая архитектура. Не-не, круто, очень прикольно, вообще, балдеж. И чисто так, я люблю, когда чисто. Это как маленький городок в Европе. Да. Видел такой виллидж? Да. Так, и где ребята? Не знаю, я им скинул Гео. Угу. Ну, я думаю, когда они приедут, мы уже, ну, оффнем стрим, соответственно. Ну, думаю, да. Да. Просто сейчас покажем их и все. Идем туда. Пошли. Давайте. Артурчик, поснимай. Ты не устал? Нет, конечно. Я ты только не за. Против, в смысле? Нет, конечно. Со мной проводишь этот вечер. Я все равно бы сидел дома и играл Hearthstone. Вот это дело. Ой. Ты умеешь Hearthstone играть? Я играю в Hearthstone с бета. Ого! Но уже не играю. Это поворот. Парирури. Не офы. Ребят. Арина устала, наверное, да? Или нет? Арина, ты не устала? Ну, нет. Я просто еще хочу пообщаться. Нет бумаг. Поэтому да. Плюс секс. Я чат ей просто прочитал. И как вам стрим, ребят? Нравятся такие путешествия чисто с Ариночкой по Киеву? Ариночка исследует любой город. Также может исследовать мою квартиру, мою комнату, мой постель. Не хочешь ко мне в гости как-то приехать? Арина, я тебе покажу свою комнату. Вы меня замутили в Дискорде, что ли? Артур. Я вообще-то не хожу в гости к мальчикам. А нас там двое живет, два Артура, так что не переживай. А, ну тогда ладно. Желания могут воплотиться в жизнь. Бутерброд. Сделать маму. Артур! Бутерброд. И покормить. И ты не о том подумала. Арина! Ты не о том подумала. Я не такой. Я не такой. На два Артура просто. Бутерброд. Артур делает хорошие бутерброды. Я ему могу в этом помочь. Парируре, парирам. Опа, троечка. Грязюка. Не, если без шуток. Ну, на что, на видос? Ну да, в принципе. А, завтра, мы завтра будем снимать? Ну, да. Во сколько? Ты... Ну, я хочу в час дня. Ты сможешь? Ну да, конечно. Изи. Хорошо, что мы рядом живем все. Как душа в душу. Парирури. Вот так можно и... Видите, как легко пригласить девушку домой. Ну, мы контент будем делать, вы не подумайте. Бля, я сейчас еще напугаю, она скажет, не, иди-ка ты нахуй, дорогой, со своими видосами. Я им кинул гео, я не знаю, когда они приедут. Вот сюда мы гуляли с Илюхой и Ксайлом, вот по этим вершинам, горкам. Мы сами не поняли, как мы сюда пришли. Когда мы с ним гуляли. Сейчас мы поднимемся на лестницу высокую и будем видеть тоже весь Киев. Арина, все нормально? Так. Да не, какая одышка, все нормально. Вы че? Никакой одышки нет. Я не устал, я нормально, не иду нормально. Прикольно. Нет, на самом деле я такое люблю. Вот балдеж. Спасибо, Артур, что показал. Пожалуйста. Всегда рад гостям в Киеве. Интересно. И что, здесь снимают или покупают дома? Ну, это частные дома. Сейчас я вам покажу что-то. Здесь очень дорогие, ну тут очень дорогая, типа, недвижимость.
Это целый дом, представляешь? Да. Это же пиздец, блядь. Коттедж. И это коттедж. Ты чё? У тебя одышка? Нет. Ты что думаешь, у меня из-за такой маленькой горки может быть одышка? Ну, два дня уже не курю. Тем более. Монеты. Спасибо за монеты, дядь. Тяжело? Донат. Давай кто быстрее? Я быстрее, ты с телефоном. Кто тебе это сказал? А я с цветами. Я еще с портфелем. Давай. Раз, два. Подожди, стой. Все, пошли. Тяжеловато. Туда вообще зачем лезем? Я ебу. Арина, никогда не думал, что с тобой могу спотеть. А что это не может? Ну, типа, что мы будем кинетическими нагрузками заниматься. А. Еще выше. Посидим, типа? Нет, пойдем. А пойдем. А зачем высоко подниматься? Ой, грязюка. Я в оборонную хочу. Куда? Писить. А, я тоже. Тут есть туалет. Может, сходим куда-нибудь и в кафешку нормально пописаем? Нет, тут нормальные. Ого, блядь, тяжеловато. Ну, у вас что-то как-то не оранжевеет ничего, не желтеет особо. У нас вот прям осень в Москве. У вас ну, все вот, зелененькое все. Че, чат? Как там у чата дела? Эв злой. Целуй. Не упусти шанс. Не умирай. Весь чат. Понятно. А есть какие-то информативные сообщения? Ой. Не. Ой, был бы еще кто-нибудь здесь, чтобы меня нормально пофоткать, потому что ты... Что я? Не умеешь фоткать. Умею. Нет. Ну и что? Зато я в большинстве вещей тоже хорош, некоторых там. Ух, ебать, тяжеловато, сука. Можем присесть, кстати? Хочешь? Это лавочки? Пойдем? Давай. Где там грибы и бобы? Сейчас я им позвоню. А нафига Вадим едет? Ему стрим через пару часов. Я не знаю. Чат рядом посадим, как детей.
Ебать, у меня аж дыхалка немножко появилась. Дыхалка появилась? Я давно не бегал. Езжай, там остановись. Ой, блядь, типа вызывайте скорую, блядь. Откисаю, сейчас я Роме позвоню. Чат. Как вам стрим? Я уже даже подустала немножко. 4 дня не стримила, и такой стрим спустя такое время. Уже непривычно. Звонок завершен. В смысле? Сейчас я ему позвоню. А. Ром, вы где? Ничего не успеваю читать. Ничего не успеваю читать. Неофит, пожалуйста. Да, ну да, да, я хотела ребят показать и офнуть, но, скорее всего, придется офнуть раньше. Блин, а мне надо как-то... Чат, вы можете написать? Мой папа стримит, не знаете, есть вы кто? Вы идете по метке? Можете написать ему на ВК, что Аринян передала, чтобы вы запускали стрим? Я дал тебе геолокацию, да, иди по ней. Можете, плиз? ВК ему дай прям, мне. Кто знает его ВК? Давай. Вот, зайдите, плиз, напишите, пожалуйста, пожалуйста. Кому? Прям вот передайте. Что случилось? Кодовое слово. Папа. Сейчас кодовое слово. Пипа. Напишите ему кодовое слово Пипа. Он поймет, что это правильно. Что это честно. Ты уже закончить уже? Ну, ребята рядом просто очень. Ну, ребят покажу, да. И, ну что, чтобы их не заебывать стримом, чтобы мы посидели. Пойдем тогда. Да, они уже тут? И ты? Пойдем. Чат, ну как? Чё? Ну, надо пообщаться с ребятами, не стрима, чтобы их не задалбливать. Направо. Посидеть, просто попить кофе в таком райончике-то. Ой, как красиво, Артур, вообще, балдёж. Пойдём. Хочу подойти. Слышишь, любище, иди по навигатору. Довольная креветка. Дай, открой навигатор и иди мне навстречу. Я тебе дал гео в телеге. Ну, мы, ребята, вверх. Покажем. Вверх, вверх. Смотрите, как красиво. Да, к замку иди вверх, да. По навигатору иди, мы там. Ой, мне видим. Тут очень нравится. Если я бы жила в Киеве, я бы жила здесь. Правда, мне пришлось бы, наверное, ну, много да, работать. Я тебе геолокацию кину в телеге, вот. Просто иди навстречу. По геолокации иди, слышишь? Круто, очень круто. Они не могут включить телеграм и идти по геолокации. Ты такое видела? Идем вниз. Ага. Но если мы вниз пойдем, мы от них отдалимся, нет? Мы сейчас выйдем наверх туда и их встретим. Mm. Просто не понимают люди, как правильно, блядь, геолокацией пользоваться. Как еще гулять, да, небось? Да. Они вообще не гуляют. Они такие, блядь, а где ты? Мы не из Киева, мы не знаем. Сука, полгода живет в Киеве, блядь. Ни Бенни, Мэнни, Кукурику, блядь. Не understand, блядь, вообще. Я в ахуе из кента, блядь. А как вас найти? Я не знаю, где телеграм, как правильно пользоваться, помогите. Ну, сейчас мы их сами найдем. Пускай стрим снайпит. Мы вот, например, в России. Они не знают. Если мы не можем друг друга найти, мы стрим снайпим. Прям вот реально. Так, я тоже. Я когда кто-то Ой. Стримит. Давай. Кто-то стримит в Киеве, типа, шаришь? Ну. Я сразу включаю камеру, вижу район и еду. Ну, все. Ну, так же. Я так ребят стрим снайпила всегда, когда теряла. Потому что они же, ну, не могут объяснить, где они. А я знаю, где они. Я такая, ну, все. Ну, да, у нас так же. Уезжаю. Включил им гео. Пускай смотрят. Сейчас я их найду. Опа. Бля, ну Стабик хорошо держит уже. Ой, столько, балдеж вообще. Столько стримим. Да, все верно. Я им сказал, куда идти. Так, что? Спасибо за донат. Чего? Опа. Что? Что там? Я не увидел. Просто сделай уже, это ёбаный ход.
Вот не, спуск. Не, не сюда. Ты не мне? А что должен? А что? А почему это было? Минут. Ты мне кинул статичную геолокацию. Кинь мне геолокацию, я тебя найду по ней. Я же не. Чат, вы написали моему папе? Папе. Папа. Папа. Отцу. Надо, пожалуйста, очень вас прошу. Отца зарядить? Да, да. Ебать, батя в шоке будет. Маме написал. Маме привет тоже передавайте. А, все, 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 все. Они где-то здесь? Они вон прям за этим зданием. А. Да, мы вот сейчас как раз, мы просто денчика лобаем. Чат, я такая довольная и счастливая. Вообще, мне стойте очень хорошо. Стойте на месте. Прям... Сбылась мечта, о которой я мечтала очень много времени. Вот. Очень хорошо. Сейчас. Вот. Это хорошо. Это очень хорошо. На счастливичек чисто. Да, да. На чиличек. Ой, как отсюда я буду уезжать, я буду плакать, реветь. Давай я сейчас вас сниму. Как кого? Тебя, Вадима и всех. Мы типа первый раз встречаемся? Давай, давайте позднем ментюру, что первый раз видитесь. Какая ляля, ты посмотри на меня. Они где-то здесь. Сейчас я точно скажу. Стой. Стой, 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 стой. Ну. Где они, блядь? Можно сфоткаться? Привет, брат. Одну минуту. Да. Васап. Вы Вэлона не видели? Нет. Нет? Нет. Давайте сфоткаемся, только давай. Отойдем. Давайте. Сейчас. Они где-то рядом стоят. Сейчас, брат, подожди, мне надо их просто найти. Где Арина? Красавица. Блин, это ты очень ж... круто. Слышишь звой? Вообще, у Тома особенно мне нравится. Да, тут очень круто. Брат, а где вы стоите? Пиши местность, где вы стоите. Ну, вы рядом, мы рядом на геолокации. Мы на перекрестке, мы тут... Нет, а ты нас видишь? Ты нас видишь? Не, мы стоим прямо под церковью. Вы возле входа в церковь? Возле входа, на самом верху, да? Ну, а мы ниже спустились. Ниже. Где тут какой-то базарчики? На стриме посмотри, да. Посмотри на стриме. Слышишь? Окей, давай. Ну что, давайте, фоткайтесь. Я вас поснимаю. Да, конечно. Арин, ты же не против? Бля, так красиво, типа, и даже не представляю. Такая красота, блядь. Давайте, давайте, идите сюда. Little penis. Little penis. Ты посмотри, такой молодой, я уже с ней обнимаюсь. Да ты ж. Давай, а со мной не будете, что ли? А, вы с ней? Давайте тогда выходите. Капец, опа. С ней попробуем. Чего вы смеетесь? А что вы смеетесь? Что смешного? Спасибо. Пожалуйста. Слышишь, под такой вайп станцевала бы? Давай, давай, идем потанцуем. Идем. Давай. Не, мы не будем подходить. Давай, не войдем. Привет, хоумы. Здравствуйте. Васап. Руки мыли? Да. Конечно. Можно сфоткать? Давай. Можно с тобой пожалуйста. Движняк пошел. Давай. Миш, сфоткай. Сфоткай, пожалуйста. Пару раз. Все.
все. Давай. Ну мы же стоим, ты же сказал на стриме найдете. Мы стоим по церкви, вот. Так мы на дороге стоим. Где вы? Вот, музыка играет, блядь. Музыка играет возле тебя тоже. Где ты, блядь? Мы на дороге стоим. Подойди к кентам, которые... Да, ну... Ну, вот мы возле них и стоим. Алло, это мы возле самокатов стоим. Зеленых. Тебя не видно тут. Это мы стоим. Видишь, чел играет на пианино? Чел. Ты что, еблан? Где ты стоишь возле нас? Ты что, ебло? Каких зеленых самокатов? Тут никого нет. Блять. Ебать. Нас видели? Аса, нас брат. Уже 100 раз видели. Аса, брат. Блять, вот такие Маша. Сухие, сука. Эй, чат. Привет. Привет. Эй, чат. Привет. Даша. Прямо мы стоим, читаем чат, просто иероглифы. Они нас увидели, наверное. Что? Держи. А, что, будешь завершать? Вы откуда пришли? Сверху? Мы отсюда пришли, из туннеля. Мы полчаса за вами смотрели. Бля, я думаю, я слышу, у них чел играет, а я не вижу их. Типа, шарик. Я слышу, чел играет, думаю, бля, где они? Смотри, как бабушек замолаживают. Ты посмотри, какие. Посмотри, как замолаживают старушек, смотри. Это Картмен с Камиком, блядь, в старости чисто. Камик с Картменом малуху замолаживает. Парируй, парируй. Сейчас, блядь. Это он так приблизился. Чё по планам? Чё, сейчас будем офать и будем что-то думать. Да, мы офы, что? Куда пойдем? Что делать? Мы будем есть, потому что мы втроём не ели. Да, но я бы хотела Артур, пойдем. Давай. Пойдем. Батя запустил, говорят. О. Давай. Балдеж. Все? Все, попрощайтесь с чатиком. А ты все выключаешь? Ну да. Пока, чатик. Держите, подержите, я сейчас офну и... А папа точно включил? Ну ладно, надеюсь, что точно. Все, ребят, спасибо вам за стрим. Я очень счастливая, довольная. Пошла общаться с ребятами и дружить с ними. Пока, пока. Передавайте привет моему папазу. Пока.